Ну, откуда он выключился? Ну вот. Так, ну, вот. Все, девочки, все. Звук нашли. Проверяйте звук. Нашли место утечки звука, поэтому давайте еще раз. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, девочки. Там. Все, с вами Светлана Амельян и Наталья Некрасова. С новым голосом. Да, с новым голосом, обновленным. И сегодня мы будем вам рассказывать о том, что у нас есть новенького, что мы вам приготовили, потому что за то время, которое у нас Наталья страдала без голоса, мне пришлось отдуваться за двоих. И мы не смогли вам ничего, никаких интересных уроков приготовить, ничего не смогли, потому что Наталья, как я раньше думала, что у преподавателя машинного вязания самое главное, это, конечно, умение вязать, умение доходчиво и интересно об этом рассказать, но оказалось, что не просипеть. Да, оказалось, что если просипеть, то это будет не очень интересно, не очень доступно. Потому что я, например, когда рядом с Натальей сижу, и она мне что-то сипит, я вот просто понимаю, что я все свои силы трачу на то, чтобы расслышать и соотнести вот эти звуки, которые она говорит, в какое-то слово. Конечно, я понимаю, что в таком виде мы не могли ни вебинары проводить, ничего, но вот Наталья к нам вернулась, поэтому я надеюсь, что больше она не будет так вот несерьезно относиться к своему голосу. Я очень серьезно отношусь, но вот у каждого свои особенности организма. Осталось выяснить, где ты вот на траве спала или что, что ты за грибами ходила, где ты так могла это, подлёт провалилась подлёт, когда ходила за грибами. Вот, но сегодня мы с вами будем вязать жилетку для мальчика, потому что очень многие написали, что хотелось бы какую-то крупную вещь. Но, как вы понимаете, посиделки – это тот формат, когда мы не можем свитер связать, потому что у нас просто на это не хватит времени. Зная, что он вяжется часов 8, иногда 10, мы просто понимаем, насколько времени у нас растянется это на несколько месяцев, если мы с вами вместе будем вязать этот свитер. Потому что формат, который сейчас есть, он предполагает то, что вы вяжете вместе с нами. Мы с этой стороны экрана, вы с той стороны экрана. Все, что мы вам будем показывать, это простейшие приемы, которые доступны тем, кто умеет вязать прямое полотно. И поэтому, когда нам говорят, что надо бы что-то посерьезнее на посиделках, я вижу, с каким удовольствием новички вяжут свои первые изделия, которые дают им уверенность в том, что и в дальнейшем с более сложными мастер-классами они справятся. Поэтому посиделки – это формат, когда мы вяжем из прямоугольников. Это наша такая фишка. Условия. Да, это наше такое условие. Мы не делаем никаких серьезных расчетов, мы делаем все на глазок. Но вы видите, что все равно вещи получаются оригинальными, интересными, как бы с изюминкой. Мы видим, какие отчеты нам присылают. И я понимаю, что для большинства новичков это является как бы тем потолком, который вот у них сейчас есть. Ну, как я всегда говорю, даже если вы умеете вязать квадрат, вы голой-то не останетесь. Мы специально показываем, что из квадратов можно вязать очень разную вещь, которые будут восприниматься исключительно как дизайнерские. Потому что я по роду деятельности, да, потому как я отвечаю за всевозможные дизайны в нашей маленькой компании, я очень много хожу по магазинам, по выставкам, там смотрю, кто чего продает, как бы смотрю, что как сделано. Вот сегодня мы с Наташей делились несколькими моделями, которые подглядели. И я понимаю, что простые вещи, вот эти простые футболки, они не сильно интересны, даже если они облеплены стразами, либо с какими-то принтами, но они не так интересны. Гораздо более интересно, когда какой-то необычный крой. Вот это четко выделяет, что вещь дизайнерская. Потому что наляпать принт, какую-нибудь... Связать оленя. Да, ну может, или связать оленя на машине, да, это может любая машина. А вот если это какое-то что-то такое вот необычное, вычурное, это уже дизайнерская подвески, вещь. Подвески, жаломы, зажимы, складки какие-то необычные. При этом идеальная посадка – это, конечно, высший пилотаж. Вот. И поэтому то, что мы с вами вам показываем, это все-таки направлено на то, чтобы развивать креатив. Чтобы вы видели, что креатив на самом деле – это несложно. Главное – начать. Потому что после наших уроков, вот говорят, все, побежала, есть мысль, побежала ее ловить. Ну, именно этого мы и добиваемся. То есть вязание, оно не такое сложное. Если вы уже научились прямоугольники вязать, все, можете заказчиков уже строить в очередь. Кстати, так, девчонок, и происходит. Происходит, да. Вот очень интересно, я же отслеживаю, что у нас там в группе пишут, выкладывая. Вот выкладывают какой-то сарафанчик, и вот на него уже начинают идти отклики, которые... Выключи звук.
которые говорят о том, что очень понравилось изделие, и, не знаю, может быть, это потому, что из знакомых кто-то или еще как, но говорят, вот, поступают заказы, я и брать-то не хотела, а заказы вот уже идут. Поэтому те, у кого идут заказы, в особенности те, кто новички, никогда не отказывайтесь, потому что те изделия, которые вы вяжете с нами на посиделках, они простые, вы их всегда сможете повторить. Это отличная тренировка. Это отличная тренировка, а для человека, которому вы это свяжете, он не знает, что это простая вещь. Для него это вещь дизайнерская. Она в вашей местности будет эксклюзивная, единичная, до тех пор, пока вы не свяжете что-то новое по нашим урокам. Мне очень нравится, как девочки говорят, вот я сейчас 9 курсов вот учусь, и потом уж как, возьмусь за заказ, да, а заказов нет. Где брать вот за эти заказы? Заказчик и вы это через 9 месяцев, а вам будут заказывать ерунду всякую. Поэтому с ерундой надо начинать в процессе обучения. И вы таким образом растите своих заказчиков, которые вместе с вами, видя носочки, они заказывают носочки. Видя колготочки, у них колготочки. И так дальше, по возрастающей. И вам не тяжело, и заказчику понятно, чего хотеть. Да, потому что если заказчики в основном приходят, они не знают, чего хотят. И когда они видят, что вы им что-то показываете, они говорят, о, именно это я всю жизнь не хотел. Ну вот хотел, получи. А можешь ли ты платье? Да, могу, но сейчас у меня полно заказов. Не тревожьте меня еще 2 месяца, да? Вот за 2 месяца я как раз закончу курс по вязанию платьев, там научусь карманы, и все тебе свяжу. Об этом мы не говорим. Мы всегда говорим о том, что да, я все могу, но сейчас я не могу. Вот в данный момент я не могу по причине того, что занят. Занят обучением, очень да? Сильно. Неважно, чем занят. Занят, не могу. Все, передвиньте ваши заказы на осень. Вот, и поэтому посиделки – это только тот формат, где вы можете поверить в себя, что у вас все получится, и вашим заказчикам вовсе не надо знать, что ваши – это первые шаги. Ну, значит... А ну, в конце концов, даже если они знают, что это первые шаги, не берите с них много денег. Приучайте к тому, что вы все-таки не бесплатно вяжете, потому что мне очень понравилось, как отправила на сайт, посмотри, сколько пряжа стоит. Да, бесплатно вязать за свой счет, за минус, конечно, это очень неправильно. Нет, купи себе пряжу, и да. Я с тебя еще возьму сколько-то там денежек. Знаете, это очень правильно, потому что я еще на тебе потренируюсь. Те, кто учат бизнесу, они есть такая установка. Первые какие-то работы делать бесплатно. Вот ты закончил какие-то курсы или что-то, ты идешь, делаешь это бесплатно. Почему? Потому что ты на своем заказчике тренируешься. Если ты не взял с него денег, то как бы претензии о том, что ты там что-то испортил, или это, они не принимаются. Я у тебя работал бесплатно. Мне очень нравится, когда парикмахерские дают экзамены, да. И портят головы первым. Нет, они сейчас на манекенах работают, и у нас знакомые в парикмахерской, то есть учатся в колледже, как он там называется, не знаю. Вот, они заказывают манекены специально с волосами, всевозможные, и на них тренируются. То есть, если раньше пенсионеров приглашали, то теперь у них все-таки уже поставлено более серьезно. Я даже помню, у меня девчонки ходили мимо парикмахерской, говорят, там зазывалы. Да, они бегают да. по людям и говорят, мне экзамен сдавать, не хотите ли быть моей моделью? Угу. Вот. Ну, все было. Все было, так, да. Значит, правила посиделок. То, что мы с вами вяжем сейчас, это абсолютно бесплатно. Вы можете получить урок, который не досмотрели, либо недопоняли, либо еще как-то, если вы напишите нам на сайте избавизальня.рф. Там есть мои контакты, меня зовут Светлана, и если вы мне пишете, Светлана, обязуюсь связать по этому изделию, по этому уроку изделие, я вам этот урок присылаю. Вы можете мне пообещать, но не прислать, я на вас не обижусь. Но следующий урок, который вам нужен будет, продолжение, либо урок из другой серии, я вам уже его не пришлю, потому что у меня есть список, где я отмечаю тех, кто мне что-то пообещал. На память не полагаюсь, потому что считаю, не нужно мне обиды считать. А вот в компьютере у меня есть такая ведомость, которая говорит о том, что человек несерьезный, пообещал, но не сделал. Мы не хотим тратить время на тех, кому машинное вязание не нужно. Это вот наш принцип. Мы готовы учить тех, кому это надо, кто готов пожертвовать временем, силами или еще чем-то, кто готов прислушиваться к нашим советам. Если вам это не надо, я на вас не обижаюсь, но больше уроков вам не даю. Пока вы не сдадите тот урок, за который вы мне прислали обещаловку. Так как урок сегодня у нас такой серьезный, жилетка достаточно большая, то, по крайней мере, 2 урока у нас будет. Поэтому, если вы у меня попросили первый урок, а потом говорите, ну, пришлите целиком, я сразу свяжу. Нет, пока мне не пришлете первый урок, я вам второй не высылаю. В виде фотографии. В виде фотографии, да.
Если вы первый урок связали, а второй не досмотрели, и вдруг вспомнили, что как бы посиделки были или что-то, и говорите, пришлите мне второй урок, вот я что-то связал, высылаю бесплатно в течение одних суток после прохождения мастер-класса. То есть, если вы мне в среду пишете, в четверг пишете, я вам уже говорю, что только платно. Платно – это плата маленькая, 100 рублей, но это вот ровно для того, чтобы вы в течение суток могли вот этот малюсенький урочек пересмотреть, провязать и прислать отчет. Если затянется так, что урок будет на 3 дня, значит, соответственно, за каждый урок по 100 рублей. Поэтому вяжите с нами, учитесь с нами и вяжите лучше нас. Кроме того, прошлые посиделки у нас мы закончили сарафан. Сарафан получился очень красивый. И самое мы решили... все разные. И все разные получились, да. Очень и мы хорошо. Решили сделать по сарафану конкурс. Конкурс сейчас идет. Те, кто у нас в группе ВКонтакте вывешен этот конкурс, можно пройти, проголосовать за понравившуюся модель. Да, но конкурс вызвал очень много комментариев, и мы немножко в следующий раз пересмотрим условия конкурса. Об условиях мы поговорим в другой раз, но сейчас я просто говорю о том, что если вы хотите поучаствовать в конкурсе, то не обязательно присылать те изделия, которые вы связали вместе с нами, потому что нужно понимать, что это вот как бы пробные учебные уроки. Мы когда записываем какие-то серьезные вещи, платья, там вот сейчас мы готовим патриотическую жилетку, мы все равно все это провязываем, во-первых, в эскизах, в образцах и в маленьком размере, для того, чтобы можно было понять, как это будет смотреться в целом. То есть в эскиз это одно, а в изделии это совсем другое. То есть мы смотрим в человекообразном вот таком формате. Поэтому, если вы хотите принимать участие в наших конкурсах, не обязательно присылать то, что вы навязали. Все-таки занятие наше посвящено развитию креатива, поэтому вы можете что-то внести свое. Но мы с Наташей вот сейчас посвящались и решили, что все-таки жилетка должна быть по мотивам, но не сильно отличаться. То есть у нее не должно быть рюшечек, бантиков, там еще чего-то. Основные элементы должны быть на месте. Прослеживаться основы. Потому что иначе будет неравнозначный конкурс. Да, потому что очень много было нареканий, что кто-то более опытный, кто-то менее опытный. У кого-то модель не по уроку. Да, у кого-то две фантуры. Значит, это мы не можем указывать вам на одной фантуре, на двух фантурах. Но имейте в виду, что модель все-таки должна быть примерно такой, как мы ее связали. То есть вы можете какие-то узоры, там кисточки, полосочки в другом месте или еще что-то. Но в общем, она примерно должна быть такой. Вот. Для того, чтобы конкурс был действительно объективным. Да, и я думаю, что мы будем делать более кулуарное голосование среди своих, чтобы без привлечения родственников, потому что действительно, как человек, который занимается рекламой, я знаю, как это делается, и сколько вам нужно голосов, я вам столько голосов и обеспечу. Чтобы этого не было, мы будем голосовать все-таки более закрытым коллективом. Те, кто не прислал отчета, они смогут проголосовать за чужие чьи-то работы. Так, ну, остальное я уже расскажу, наверное, по ходу, а сейчас мы тогда переходим уже, наверное, к вязанию, да? Ну да, уже начинаем вязать, потихонечку доставим. Нет, пока не доставим машинки, сейчас мы будем доставать модель. И начнем с того, что будем... Я человек не злопамятлив, поэтому приходится записывать. Точно, да. Ну, про меня, да, про меня. Да. Не хочу голову засорять негативной информацией, скажем так. Да, лучше ее в себе не держать. Так, ну чего, сейчас. Значит, я сказала приготовить. Нет. Чего тебе надо? Нет. Чего? Нет. Ну, переводи камеру, я сейчас тебе пойду дам. Давай. Так, ты мне ее опускаешь? Вот, бери, что тебе надо. Ага. Так, для начала мы с вами вот сейчас. К сожалению, у меня идет не в прямом эфире, а тоже с небольшой задержкой дам. Так, вот. Сейчас вот моя модель. Наш ребенок. О, отлично. Ребенок, на котором мы будем с вами вязать.
Я вам сейчас показываю, как я буду измерять и вообще, что мы будем делать. Вы можете брать свою куклу, можете пользоваться моими мерками. Потому что, опять же, эта модель, это макет. Если вы будете вязать, вполне возможно, что вы будете вязать по новой. То есть сейчас вы посмотрите этот макетирование, посмотрите, как это вяжется. На конкурс вы свяжете немножко другую модель. Это абсолютно нормально. И, как Светлана правильно сказала, не обязательно присылать за то, что вы сейчас вместе с нами. Нет, можно присылать, если вы не хотите на конкурс. Да, если вы считаете, что на конкурс это ровно это подойдет, может быть, и на конкурс подойдет. Может, и на конкурс подойдет. Дело в том, что конкурс, он как бы... Мы понимаем, что обучение на наших курсах, оно не дешево. Ну, как бы не то, что не дешево, денег стоит. Конечно, те, кто учится, они понимают, за что платят, и они понимают, что сейчас идет очень сильное вложение в себя. Но, тем не менее, для того, чтобы было комфортнее учиться, мы предложили, что конкурс будет денежный. Те, кто занимает первое место, он получает там 30% на участие в нашей мастер-группе. Все остальные, мы думаем, что, может быть, мы сделаем второе, третье место. В общем, пока не решили. Пока сейчас по сарафану только первое место. Это будет еще зависеть от количества моделей, потому что если будет немного, то... Да, да. 15 мест тоже не нужно. Да, тоже не будет. Тоже, чем больше людей, тем больше будет у нас первое, второе, третье. Если будет 3 человека, то, конечно, у нас будет только одно первое место. Поэтому все. Так, начинаем вязать. Вот у меня модель. Как мы снимаем мерки? На самом деле вяжем все из квадратиков. И сегодня мы вяжем одну деталь. На больше у нас, наверное, времени не хватит. Наша задача связать одну деталь. Сейчас мы ее нарисуем схему, вместе с вами рассчитаем и провяжем. Вот у меня малыш. Я беру ширину по переду. Такая вот у меня будет ширина, видите? Я просто измеряю. У меня ширина, ну вот, пускай будет вот такая вот. 16 сантиметров, больше не надо. Вот по плечам. Так, чтобы плечи хорошо легли. 16 сантиметров у меня легло нормально. По груди больше не буду, можно даже 15, вот, честно говоря, да, делится на 3 очень хорошо, пускай будет 15, не больше, вот так вот, 15 будет спереди, 15 будет сзади, очень даже хорошо. Так, записываю, ширина изделия 15 сантиметров и длина изделия, естественно, мне нужна. Как же про нее и забыла. Ну, жилетка будет, я не знаю, какого размера там. Не буду делать длинную, потому что суть не в этом. 20. У тебя пройдет это, вот это? Чего? В машинку. 20-40. Сейчас будем считать. Угу. Если не будут проходить, будем корректировать. Угу. Так, берем длина изделия. 20. Это больше не нужна пока. Так, мне нужен... Надо посмотреть, видна запись или нет. Да сейчас. Не, или видно. Ну, я думаю, что видно, карандаш жирный. Видно. Так. Это мерки моего изделия. Ширина изделия 15, длина изделия 20 с одной стороны. У меня есть петельная проба. Вам говорили, что нужно взять два цвета. У меня зеленый и рыжий. Такие цвета, в общем-то, яркие, контрастные, потому что жилетка будет жизнерадостная. Мы не сторонники таких черно-коричневых изделий для детей. Так, у меня петельная проба. Записываю обязательно шестая плотность. 2,5 петли и 4,1 ряда. Это обязательная запись, которую... О, Светлана принесла. Теперь вам точно будет видно. И шестая плотность кружочки. Вот это точно вам видно. Это обязательно. И желательно сохранить, потому что, когда вы будете вязать, через неделю довязывать нашу жилетку, вам не надо будет заново делать петельную пробу. Вообще, петельная проба делается у нас для любого вязания. Вот сейчас простенько, оно или сложное, без разницы. Мы все равно должны связать расчетный образец и посчитать, сколько у нас петель и рядов в одном сантиметре. Можно считать деление, можно считать при помощи рамочки, можно высчитывать, просто взять и посмотреть, положить линейку, но это самый грубый расчет, если просто положить на вязание линейку, посмотреть, сколько влезает в сантиметр. Так делать не стоит, но некоторые так
так и поступают. В данном случае у нас изделие слегка приблизительное получается, вот это первая деталь. Более такую посадку по телу мы будем делать в следующий раз, так, чтобы у нас идеально село, потому что видели, что мы берем только вот перед, перед и спинку. Итак, у меня 2,5 петли, 4 один ряда, ширина 15, длина 20. Особенность этого изделия в том, что мы будем его вязать поперек. Оно у нас будет идти не снизу вверх, а вот так сбоку во все стороны. Как у нас идет здесь? По ребенку, я вот не понимаю, как это вот они-то понимают. А сейчас будем вязать. Угу. Вязать будем. Просто у тебя лежит, видишь, лист одним способом лежит, а руками показываешь другую, поэтому сейчас я нарисую. Угу. Поскольку изделие длинное, рисовать буду в длину. Вязать будем по машинке. Так, вот здесь где-то середина нашего изделия. Это спинка. Вот здесь вот у меня, видите, это середина. 20 это длина и 15 ширина. То есть вот как бы вот так у меня шла спинка. Вот здесь вот горловина и вот эта вот спинка. Начинаем отсюда и провязываем. Но мы вяжем поперек и вяжем из квадратиков. То есть в данном случае из прямоугольников. Вот здесь вот тоже 20. То есть вы понимаете, что мы складываем пополам. Получается длина изделия 20 и 20. Это перед. Делим наш перед на 3 части. Все по-простому. Ты думаешь, что мы скосами будем вязать, а мы всех обманули и не скосами. Да. И вот то, что мы с вами будем вывязывать сегодня. Вот такую вот сложную деталь. Начинаем вязать отсюда. Провязываем 40 сантиметров. 15, поскольку у нас ширина 15, получается 5, 5 и 5. Ну, я, честно говоря, вы помните, что собирала 16, но 16 плохо делится на 3, поэтому берем 15. В данном случае это не важно. Мы корректировать будем ширину изделия на следующем занятии. Поэтому вот как оно легло, удобное для расчета, так и оставляем. И с вами вяжем. Начинаем отсюда, 40 сантиметров набираем, провязываем 5 сантиметров на всех иглах. Потом 5 сантиметров на половине и 5 сантиметров опять на всех иглах. Вот такую деталь мы сегодня должны вязать. Сейчас мы ее с вами быстренько рассчитаем. Калькулятор. Итак, 20 и 20 это 40, соответственно. 40 умножаем на это петли на 2,5. Так, с половиной. 100. Ровно 100. В принципе, мы бы и в ту машинку пошли, ну ладно. 100 петель, то есть 50 петель и 50 петель, все, 5 сантиметров мы умножаем на 4,1 равно 20,5, ну, 20, 20 и 20. Это уже тоже, наверное, не важно. Можно 21, 21, 21, не важно. Чуть-чуть пошире, чуть-чуть поуже, но в общем в среднем по 20 рядов у меня каждая деталь. Итого, берем машинку, не забываем про плотность, которую мы с вами выбрали, и начинаем снизу вязать 20 рядов, 20 рядов и 20. И все бы так и оставили, но у нас изделие интересное, оно... Хоть из квадратиков, но, как всегда, дизайнерская и нестандартная. Поэтому мы добавляем очень интересные элементы. Я сначала думала связать немножко по-другому, раздельные детали, но подумав, и Светлана сказала, что не стоит усложнять. У нас должно быть и оптимальное упрощение, самый такой быстрый и простой вариант, поэтому если вяжем из прямоугольников, уж как бы не нужно усложнять, да. Потому что на самом деле вот этот
силуэт, вот этот, как вот это изделие, которое мы запланировали, связать можно разными способами, абсолютно разными. И вдоль, и поперек, и с разным количеством деталей, и можно целенавязанно делать, и на самом-то деле можно единым полотном все связать, а можно каждую детальку вывязать отдельно, сшить или соединить каким-то другим способом. Это все очень многопланово, и такую жилетку можно связать действительно разными способами. Мы вяжем самым-самым простым, то есть мы не будем усложнять жизнь и вяжем оптимальный вариант. Поэтому две детали мы будем вывязывать одновременно вот с этим вот полотном. То есть основное полотно у меня будет такое вот. Так как бы для мальчика, то полотно будет такое. Вот такое зеленое. А отделка будет рыжая, для того, чтобы она была яркая и очень хорошо выделялась они и лежала на зеленом. Сочетаемые цвета, и в то же время они очень контрастные, что нам и нужно. Поэтому... Вот я по телевизору вижу, что он синий смотрится, но на самом деле он на зеленый. На самом деле он такой, морская волна, зеленый такой, и ярко-рыжий. Берем рыжим, делаем отделку. Отделка у нас, это я покажу на верхней части, потому что снизу у меня уже места нет. Это такое добавление небольшое, с одной и с другой стороны. Считаем подгибом. Подгиб с одной стороны, подгиб с другой. Укладывать этот подгиб мы будем на следующем занятии, а пока... Мы его свяжем. Какой ширины подгиб? В принципе, это зависит от размера ребенка, на которого мы будем вязать. Наш ребенок мелкий. И вот я думаю, пару сантиметров такой подгиб больше не надо, наверное. Я думаю, что... Подожди, покажи мне, что такое пару сантиметров. Ну, можно побольше. Все-таки ну, это два же с половиной, мы с тобой, да. Мы с тобой все-таки решили. Ну, давайте, два с половиной, хорошо. Уж делать так делать, значит, 2,5. Уж не пожалеем акрила, да? Да. На нашего искусственного ребенка. Так, 2,5, это у меня ширина. Это у меня все-таки ряды будут. Умножаем на 4,1 равно 10. 10 рядов, одна сторона. То есть, итого, те же 20 рядов, видите, 20 рядов подгиб. 20 рядов, 20 рядов. Это рыжий. 20 рядов – это двойной подгиб. Он по 10. Это рыжий и это рыжий. Все. Это схема нашей жилетки. Вот такая вот, не пойми что, но однако же это схема вязания. А ты на уроках своих точно так же вот корябаешь? Или там у тебя почетче? Почетче. Я стараюсь вязать почетче, но у нас сейчас не урок вязания, у нас урок креатива все-таки. Поэтому... Показывать я буду самые простые технологии, но при этом изделие наше будет абсолютно законченным. И как показал опыт, как ни странно, но эти изделия уже заказывают. Уже носят. Носят, да? и увидев, заказывают на своих детей. То есть в данном случае мы свяжем... Увидев на куклах, заказывают на детей и на себя. В данном случае уверена, что вот эта жилетка, которую мы с вами свяжем на следующем занятии, оформим, вы поймете, что мы все-таки связали. Я думаю, что тоже будет точно так же востребована, потому что она реально необычно красивая, это не стандарт. В любом случае, для младенца она будет очень хороша. Вот невероятно, для, да. Для детей постарше нужно смотреть, чтобы она все-таки была... Дело в том, что маленький ребенок, на нем много узоров-то не вывяжешь. А вот такая вот, как бы нужно очень компактно все сделать. На более старшем ребенке нужно... Как бы можно тоже такое сделать, но принцип нужно такой уже, же, да, но нужно уже дополнительно еще какие-то нюансики будет. Да, потому что будет, может быть, простовато, потому что много прямого полотна на большом теле, может быть, не очень хорошо. Но вы уже все хоть как-то вяжете, можно добавить будет узоры, рисунки и как-то разукрасить. Полоски те же цветные. И все равно вот это изделие, я уверена, что будет востребовано, потому что оно простое и в то же время необычное. Ничего подобного мы не встречали ни в интернете, ни в журналах, нигде. Поэтому берем машинку, схему оставляем перед собой, мы всегда кладем перед собой схему, правда, здесь она простейшая, машинку. Ну, давай, пока ты достаешь, я расскажу. Значит, мне тут доложили, что как только появляется наш урок в интернете, то очень трудно понять, мы ли его связали, мы ли его придумали, либо же мы его откуда-то как бы взяли за идею чей-то урок и вот как бы перенесли... Как бы перевели на свой канал, да, в общем, как бы слезали, скопировали. И вот как бы меня этот вопрос очень сильно озадачил, потому что
То, что мы с Натальей придумываем, мы придумываем сами. Мы сидим и сами придумываем. Потом... Причем корректируется несколько раз. Несколько они раз. Так, они несколько раз. Так. Если вы меня посмотрите, я вам покажу 15 листов, на которых это изделие под разными ракурсами редактировалось. И поэтому, когда возникают параллельно похожие изделия, то как бы сказать, что у всех одинаково креативно мозг работал. В одну либо, неделю. Да, либо это же была спущена какая-то рассылка, мы подписаны все на один какой-то креативный канал, где готовые изделия рассылаются и можно ими воспользоваться, то вот можно, конечно, подумать и так. Но мы решили сейчас просто не брать вообще, чтобы такого вопроса не возникало, чтобы наши все изделия были действительно исключительно, чтобы мы могли четко говорить, что наше изделие, оно создано нами, оно не почему-то. То есть мы решили не перевязывать чужие изделия, мы будем, даже если что-то понравилось, то будем делать точно так же, как мы вас приглашаем, на основе, то есть используя тему, свое что-то, свое какое-то видение. Потому что действительно очень тяжело потом определить, а кто же был первым, потому что уроки проходят в течение недели, можно говорить, что вот там пока писали, а вы в это время там что-то такое сделали, вот вы первые опубликовались, а на самом деле там кто-то до вас все это сделал, вы где-то просто посмотрели. Чтобы вот таких вопросов не возникало, мы не будем ничьи уроки копировать, мы будем использовать исключительно свои дизайнерские разработки. Так, ну ты можешь еще пока поговорить, пока я... Что-то не воспользовалась случаем, не настроила камеру. Так. Понятно. У меня ты забыла. Там опять не идет. Идет. Сейчас это я по-другому смотрю. Угу. Так, сейчас моя задача настраивать. Я же еще параллельно тут эту рекламную деятельность веду, поэтому... Да, Светлана, тут обширная... Обширная переписка и все подряд. Так. Ну, хочу вам сказать, что... Видно вам будет только кусочек, но в данном случае я буду вязать прямое полотно. Вот Татьяна Иванова. Девушка, у меня вопрос. А почему нельзя показать то, что получится заранее, перед тем, как начинаем вязать? Очень сложно начинать вязать, не зная, что получится впоследствии. Ну, понимаете, можно, конечно, показать, что получится. Можно также дать схему, распечатку, чтобы смотрели, сидели в свободном состоянии дома. Но если мы вам покажем, что получается, вы просто не будете с нами вязать. Потому что мы уже столкнулись с тем, что объявите заранее, какое изделие, и я подумаю, надо ли мне его вязать с вами или не надо. Да нам все равно, будете вы вязать с нами или не будете, это вам нужно. И мы с вами вяжем в том формате, когда вы не знаете, что получается, вы можете задать вопрос и предложить какую-то свою идею, как сделать что-то вот как бы по-другому. Вот увидели... И говорите, а я бы это мог сделать проще. И мы по готовому вашему изделию, потому что если это заранее, мы с вами завязем тут в обсуждение, как это делается. А надо ли мне это? А надо ли мне это или не надо ли мне это? И более того, вы все мечтаете научиться вязать. Так вяжите. Вяжите. Мы даем вам возможность вязать вместе с нами. Мы специально, то есть если мы раньше как-то одно время боялись очень, мы же уже 3 года обучаем вязанию, и поначалу мы учили вязать, кстати, исключительно... Секундочку. 100 петель. Вот по расчету у нас было, видите, 20 и 20 сантиметров. 100 петель набирается. Удобным способом. Мы обучали исключительно уроками, записанными предварительно. И страшно боялись перед экраном, а вдруг... Аргумент был такой, а вдруг петелька свалится, а вдруг у меня что-то не так. Но те, кто с нами на посиделках... Ну, на самом деле, еще и страшно было. Ну, страшно было, что оно свалится. Да. Вот, или что ты не сможешь ответить, потому что вот... Ну, стрессовая ситуация, то есть мы сейчас уже как бы попривыкли. Поначалу, конечно, любой вебинар живой был очень тяжело, и поэтому мы страшно боялись. Но потом, когда... Мы поняли, что чем больше мы совершаем ошибок в прямом эфире, тем больше вы видите, что даже те, кто много лет вяжут, они тоже допускают ошибки, у них слетают петли, у них рвется нитка, у них чего только не происходит. И поэтому, если это происходит у вас, это не страшно, это нормально. И когда мы это поняли, то мы перестали вот как бы так вот критично относиться к тому, а что люди скажут. Ну, что скажете, то с вами останется, как говорится. Мы делаем все возможное, чтобы вы научились вязать. И ради этого мы готовы даже в прямом эфире рисковать. Рисковать. Своей репутацией. Да, своей репутацией.
Да, потому что в любой момент может и вязание слететь, и все что угодно. Любой катаклизм и с нами случается. Может случиться все то же самое, что случается с вами во время вязания. Вот Юлия Суженко пишет: вот не надо показывать, вся интрига пропадет. Девочки, будет интересно, будет необычно. Вот это самое важное. Если вам, как говорится, есть чем заняться, кроме этого, вы можете этим заниматься. Но мы ставим задачу, чтобы вы догадывались, пытались предположить, а что же получится. А петли нужно открытые или открытые, обвитие? Открытые. Или обвитие? Можно обвитием. Я делаю обвитием, потому что у меня нет вспомогательной нити. Если у вас машинка с нитеводом, берете вспомогательную нитку обязательно. Так, я просто не знаю, у нас все, кто уже вязал, или кто-то новенький. Если... Давайте напишите, пожалуйста, есть ли тот, кто, во-первых, потому новенький что... ни разу не был, во-вторых, есть ли те, кто вчера купил машинку и вообще не понимает с ней обращаться, то есть даже не понимает, как петли набирать. Нужно ли подробнее как-то показать, как Наталья петли набирает? Если вам что-то непонятно, сразу пишите, потому что я сижу на чате, я вижу все ваши комментарии, а Наталья транслирует. Просто, девчонки, могла... если вы вязали с нами уже, то вы в курсе, что... Когда у нас идет набор вспомогательной нитью, мы пользуемся обязательно катушечной, как промежуточной между вспомогательной и основной. Катушка должна быть лавсановая, которая не рвется. Если вы не в курсе, для чего это и как это, пишите. Сейчас буду рассказывать, потому что это важный момент для создания хороших открытых петель. Потому что машина с нитеводом, хоть я и рассказываю, что это машина без нитевода, это ручная прокладка, машина с нитеводом имеет немножко другой принцип. Я получила такое письмо, это даже был не упрек, а в общем крик души такой, что я как неопытная вязальщица по первости на Неве 5 тоже поднимала, ставила все в работу линейкой и поднимала клапаном там язычки. Нет, ровно поэтому у нас есть вводный курс, который все рассказывает, да. как начинается, на какой машине, с нитеводом, без нитевода. Потому что здесь у нас не урок машинного вязания, а урок креатива. То есть это мы разделяем вязание, урок, обучение вязанию – это одна деятельность. Здесь обучение креативу. Оно для всех доступно, но здесь нет подробного урока. Я вам показываю креатив. Подробные уроки у нас в вводном курсе. Те, кто прошли, они с машинкой уже на «ты». А дальше уже начинается совершенствование. Дальше вы либо сами растете, либо с нами. Поэтому никто не пишет, не останавливаемся. Ну, все в порядке. Все в порядке, да. И по нашему вот этому быстренькому расчету, мы с вами посчитали, что 2,5 сантиметра, это у меня будет первая планочка. Это 10 рядов. Планка двойная загибается, поэтому 20 рядов. Сейчас я буду громко вязать. 20 рядов вы тоже вяжете. Первую планочку отделочного цвета. Не получится. Или я не рвусь. Поскольку это планка, двойная планка, мы ее просто загибаем и надеваем, у кого открытые петли, у кого обвитие, у кого что, кто как начинал, на соответствующую иглу напротив. Мы делаем двойную, простую двойную планку. Елена Потусевич не пишет, никаких на «ты», только по имени-отчеству с машинкой вязальной. Я так понимаю, что машинка начинает уважать и обращается к тебе по имени-отчеству. Если раньше она тебя это там проклинала, то тут она к тебе начинает по имени-отчеству обращаться. И это замечание ученицы нашей выпускницы, ученицы 9 курса, которая с нами прошла вот 9 месяцев обучения. И она-то как бы уж точно знает, да. Точно знает, для чего она училась, потому что...
те, кто идет на вводный курс на первый, они очень сильно сомневаются, а надо ли мне это? Вот петли умею набирать, прямое полотно умею вязать, квадратики мы на посиделках научились, а зачем мне учиться дальше? Вот уж и правда. Вот что у нас такого на вводном курсе происходит, почему это нужно, даже если ты умеешь вязать? Мне очень нравится, как девчонки пишут, что форум читала. Все вроде как вяжут, все делятся своими впечатлениями, умениями, там, каким-то опытом. Ну, как обычно, форум, половина болтовни, половина умных мыслей. Так вот, когда одна девочка написала, что я вот научилась, и теперь машинку не боюсь, это главное достижение, вот, не хочу ее выкинуть в окошко. Да, я тоже хочу выкинуть в окошко, что сделать, чтобы не хотеть. То есть, несмотря на то, что человек умеет набирать петли, несмотря на то, что он умеет вязать прямое полотно, выкинуть машину в окошко очень хочется, потому что вязать, ну, это все равно, что вы вяжете квадратик спицами и говорите, что вы великий мастер, умеете вязать. Умение вязать, машинка сама свяжет вам прямое полотно, а что с этим полотном делать дальше? Даже вот эти простейшие изделия из квадратиков, которые мы с вами вяжем, но мы здесь, показываем не многообразие технологий, мы показываем основные как бы приемчики только для того, чтобы вы поверили, что это несложно. Самые простые приемчики, скажу вам. Потому что вот эту же жилетку можно связать совсем-совсем по-другому. Она будет смотреться действительно как супердизайнерское необычное изделие. В данном случае оно будет просто креативненькое такое, живенькое. Но это не такое, чтобы свалиться под стол от одного вида там с восхищением. Но если применить очень многие защипы можно, сложный контур какой-то, то есть связать не квадратиком, а с вырисовкой, там, не знаю, контуров тела, еще что-то такое. То есть это будет смотреться совсем по-другому. И уже не на младенчик, а на взрослую женщину можно вязать такие жилетки. Екатерина Черникова пишет: а мою выкинули в окошко, а я поймала. Молодец. Нет, если поймала и потом показала, что неправильно поступили, когда выкинули, потому что возможности. Вот после вводного курса уже начинают это мужья это по-другому немножко присматриваться, приглядываться, потому что они вдруг видят, что изделие это получается. И это не просто какая-то простыня, а действительно какое-то изделие, которое сидит носить ровно можно, на тебе, да. Носить можно, да, и оно не просто там на куклу, оно носибельное, на себя можно, кто-то на мужей вяжет, мужья, те довольные лица, которые присылают с мужьями, я понимаю, что насильно так человека не заставишь улыбаться. А мне очень понравилось, как девочка писала, что теперь муж купил машинку, теперь все для него, даже если это будут розовые носочки. То есть муж требуется только себе. Я тебе купил машинку, а ты мне теперь обязана вязать. Не, я когда учениц спрашиваю, на кого вяжете-то сейчас, говорят, ну вот вяжу на кукол, на себя, на ребенка. До мужа пока не дошло, да, муж очень сильно страдает. То есть самый человек главный, который приобрел всю эту технику, оказывается без всего. Да, в загоне. Иван Иванович у нас еще появился. У нас мало того, что Анатолий Мурзин есть, теперь еще Иван Иванович появился. А как вязать на бразере? Вязать на двух вантурах? Может быть, это вопрос вот так, но без вопроса. Вводный курс, как пройти на этой машине? Вот на бразере мы не будем учить вообще, мы будем учить на сильвере, причем вводный курс на двух фантурах у нас будет с осени. Но на двухфантурный курс я приглашаю только тех, кто закончил однофантурный курс. Начинать обучение вязанию сразу с двух фантуров вообще не рекомендую, потому что если есть желание выкинуть машинку с одной фантуры, с двух фантур, я хочу вам сказать, что выкиньте еще быстрее. И не торопитесь писать сочинение на вольную тему, если вы еще не умеете писать буквы. Это как в школе. Значит, во-первых, тут в чате пишут, сейчас тебе прочитаю. Добрый вечер, прибежала с работы, сразу на посиделке. Вот так вот. Да. Ну, в общем, вводный курс мы не то, что набразишься, не набразишься. Две фантуры, в смысле, нитевод или без нитевода. Нитевод, да? И без нитевода. Все.
Все, кто у нас в чате, мы сейчас просто не будем уже опрашивать, но если опросить, ну, всевозможные машины есть, на которых вяжут наши ученицы. И все они обучаются по одному курсу. И, девочки, кто на Бразерсе учился из наших учениц, напишите, пожалуйста, получилось у вас или нет. Вот как бы, чтобы вопросов не было, что вводный курс, он абсолютно для всех вязальных машин. После этого курса вы уже перестаете говорить, а как мне вязать на Бразерсе, а как мне вязать на чем-то другом. Вот Иван Иванович говорит, вязать умею. Спрашивает про водный курс и в то же время как бы вязать умею. Вот не очень понятно, когда вы такими обрывками пишете, потому что мы видим не сразу ваши комментарии, а видим, во-первых, через какое-то время, а во-вторых, мы-то уже много чего сказали, а вы вот как бы что-то написали. Вязать умею. Мы поняли, что если машинка бразер, то, наверное, вязать умеете. Так, это Светлана Шарайна говорит, а я уже связала ему быстренький джемпер вместо розовых носочков. Вот. Ох, какая! Так что... На какое-то время, да, пока муж занят джемпером, можно связать что-нибудь себе. Так, ну... Так, Елена Путасевич не пишет. Мне кажется, что каждый раз что-то новое открываю, даже глядя на работы новеньких, и учусь. Очень нравится работа Наташи Печикиной. У Елены Путасевича не бразерс. Она училась у нас, вот 9 месяцев закончила. Несмотря на то, что мы обучаем и на Неве 2, и на Неве 5, и на Сильвере показываем уроки, все ученицы это понимают. Так что не переживайте. Ну вот как сейчас я вам показываю на старенькой Неве 2, вы вяжете на своем Сильвере, и я думаю, что у вас вопросов не возникает, как связать эту полосочку. Почему? Потому что после вводного курса, когда у нас пришли те, кто только купил вязальные машинки, им показали приемы, как начало на одной машинке, как начало на другой машинке. Все быстро разобрались, и все побежали вязать. Так, вводную планочку, о, господи, вводную, водный курс, водная планочка. Отделочную первую планочку мы связали, теперь мы переходим к основному полотну. А у тебя планочка не нарисована здесь, да? Вот как, вот, бы как она... же, она вот с одной стороны. Вот я предупредила, ага, что с одной стороны, угу, здесь места нет. Угу. Вот мы связали планочку, на которую тут места мне не хватило, потому что циферки. И теперь начинаем вязать основное полотно зеленым. Вяжу 20 рядов на всех-всех иголках. Вот у меня 100 игл, на всех 100 иглах я вяжу 20 рядов и останавливаюсь. Не забывайте связывать ниточки, потому что потом вам придется все равно заниматься скреплением этих нитей и убирать их. Лучше, чтобы они уже были завязаны, тогда хотя бы этим не придется заниматься. Если бы мы взяли сегодня для урока машинку с нитеводом, то Наталья бы за 2 минуты, наверное, связала бы эту жилетку, а так мы вот руками перекладываем. Ну, у каждой машинки свои нюансы. Тут, вот, когда мне спрашивают, и где-то какая это плюс, лучше, а где-то это минус. Да, и у каждой свои нюансы, плюсы, минусы. Вот нету совершенства все равно. Что в одной является плюсом, для другой минус. И наоборот. Каждая хороша для своих целей. Но, хотя в принципе я могу, видите, у меня нитка осталась справа, и справа же у меня вот этот разрез. По большому счету мне не принципиально, сверху его делать или снизу. Дело в том, что я не хочу рвать нитку. Мне нужно вывязать вот эту вот часть на меньшем количестве игл, не либо рвать нить и переносить ее сюда, либо провязывать дополнительный ряд, либо вот это вот отверстие перенести на другую сторону. То есть это все вообще несущественно, потому что у нас изделие, оно ни право, ни лево не имеет, оно симметричное. Поэтому я сейчас делаю проще, я просто вот эту вот дырку переношу на другую сторону, чтобы не... вот так переворачивать. Креатив прет просто, не захлебнуться бы.
Да. Хорошо, что не стала отрывать нитку. А это правда. Все, половину игл ставлю в рабочее положение, где у меня рабочая нитка осталась. Потому что изделие простое, оно просто делится пополам. И вот эти вот 50 игл или 20 сантиметров половины я снимаю на бросовую нитку. Слушай, может быть, чуть-чуть побольше сделать, потому что все-таки шея, она у нее неровная, все-таки у детей, ну, как бы у людей, вот как она с загибоном, может быть, на несколько этих сантиметров сделать побольше, ровно по плечу, и как бы будет здесь мешок. Давай вот на несколько туда. Так как мы еще ничего не довязали, ну, может быть, можно. Давай сделаем, а? Ну, смотри, ну не по плечу, ну сантиметра два, да, там? Давайте, так. Это не существенно в данном случае, поэтому я вот существенно. Так, вот, надеюсь, слушаю, что сказала Светлана. По просьбе Светланы добавляю не 20-20, а сюда еще, 5. Много, наверное. Пускай будет 5. Плюс 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Для того, чтобы не четко по шее шло, а вот с таким вот запасиком. Для того, чтобы шее больше свободы дать. Да, здорово. Хотя на самом деле очень много изделий идет по прямой. Но будет. Ну, ты же понимаешь, будет перегибать будет. Пусть будет. Добавляю 5 петель. Светлана Березина пишет: я на посиделках, а муж картошку жарит на ужин. Какой муж? Так на носки претендует. Или на жилетку. Как одна из наших учениц писала, что я слушаю вебинар и вижу, а три здоровенных мужика, два сына и муж ходят на цыпочках. Мама вяжет. Вот. Так, снимаю на вспомогательную. Как всегда, не подготовилась и не принесла с собой. Чего тебе? Овсяную ниточку. Ты ее куда-то убрала уже? Сейчас, так, сейчас я достала овсяную ниточку, потому что вот эта ниточка очень хилая оказалась. Прежде чем начать провязывать, у меня там здоровенная коробка с вязальным добром. Это может быть. Проверяйте обязательно. Овсяные нитки стали выпускать, когда уже не бумажки накручивали, не на бумажке, а на пластмасске. Вот если пластмассовое основание, то тогда имеет смысл проверять нитку, то есть чтобы она резала руку, но не рвалась. Видите? Не рвется, даже след остался. Вот эта нитка нам подойдет. Если она рвется от небольшого усилия руками, то машина ее разорвет сразу, и у нас все вязание просто слетит. Вместо того, чтобы снять ее снять на катушку, мы просто потеряем все и придется и либо с ней надевать заново, либо перевязывать. А это все-таки время, силы, да и когда постоянно что-то слетает, желание пропадает. Так, снимаем вспомогательную нитку. Вот эту часть дырки плюс 5 петель на то, чтобы шея была свободна. Один ряд катушкой. Причем катушку лучше контрастную брать к основному изделию и к вспомогательной нитке. Вот красная нитка, зеленое основное вязание и белое вспомогательное. Несколько рядочков. Много не надо. Так, ничего не обвивайте и не... Не обвивайте иглы, стоящие в переднем положении, иначе вы бросовую нитку привяжете к основному вязанию. Это совсем-совсем не надо делать. Так, ну вот я провязываю совсем чуть-чуть. Вопрос, Юлия Суржинская, с какой стороны петли на шею оставить? Вот у нас петли дырки плюс еще 5 сантиметров. 5 петель? 5 какие петель, сантиметры? Конечно. То есть у меня получается здесь не 50, а 55, а с другой стороны 45. Потому что всего было 100. Всего было 100. То есть мы просто увеличиваем, потому что мы замерили по плечам, но мы же понимаем, что на выкройке у нас идет вот здесь вот овал. Так как мы вяжем исключительно прямоугольником, то мы потом окантовочкой все это снимем, как бы все это снивелируется. Но вот этот запасик надо оставить, иначе будет здесь тянуть. Может быть даже много, потому что
Пусть запасом будет. Вы посмотрите на своем, как вам нужно будет, так и просто я делаю акцент, что надо бы оставить, потому что иначе будет перетягивать со спины, будет поднимать спину. Ну, так, провязываем немного. И такой момент, когда мы вязание оставляем на длительный срок, учитывая, что довязывать мы вот эту часть будем через неделю, если я просто срежу полотно, за неделю у меня там кот придет, ребенок повяжет, там еще что-нибудь, эти петли просто убегут вместе с основным вязанием. Поэтому все, что у меня остается на какой-то срок лежать, закрывайте, просто закройте удобным способом. Неприятности избежите, просто потом возьмете и эти вот открытые петли, разделенные катушкой, отлично видны. Я не знаю, видно ли вам. На экране, наверное, тоже видно. Петли прекрасно видны, потому что они разделяются катушечной ниточкой. А основную мы просто закрываем и забываем вообще об этой части, потому что она уже от нас никуда не денется. Те, кто вяжет и не читает чат, который у нас на сайте, у нас трансляция идет сейчас на сайте. Все, кто хочет в следующий раз присоединиться, если вы смотрите это в YouTube, либо вообще не понимаете, как это, откуда у вас эта информация, вы можете зайти на наш сайт «Изба вязальня», и там в рубрике «Вебинары» идет трансляция вот этих посиделок. И чат, который я читаю, это комментарии, которые мне пишут в ВКонтакте. То есть у нас специально пристроен плагин, который дает комментарии. Так вот, Елена Путусевич мне пишет: к мужу пришел друг и увидел на столе прикрученную машинку. И что это, спрашивает? А мой муж с гордостью: это наша вязальная машинка. Моя жена вяжет все, что хочешь. Вот такая похвала. То есть, если поначалу, когда у нас только приходили учиться, то жаловались, что дома притесняют, вязать по ночам не дают, и вообще говорят, только деньги переводишь. Да, трахтишь свои. Вот, а теперь, понимаете, наша, да, наша, моя жена и наша вязальная машинка. Вот так вот. Общее имущество. Общее имущество, да. То есть он спонсор, купил машину, оплатил уроки, а теперь как бы мозг дома, мозг и руки, которые этой машиной управляют. То есть как это, шагающий экскаватор, как раньше было. То есть ты теперь такая, это носитель информации, сакральная информация. Все правильно. Так, закрывайте вспомогательную ниточку, и на неделю мы о ней забываем. Кстати, нам наша задача будет отпарить вот это полотно, которое мы сейчас с вами свяжем, потому что работать с полотном обработанным гораздо легче, оно не загибается и никуда не девается, но более наглядно и приятно в работе, поэтому то, что мы с вами сейчас закрываем этот ряд, тоже очень-очень хороший плюс. Ничего не убежит. Это у тебя бросовая ниточка. Это бросовая ниточка. Все, вот я ее закрыла. Если у вас, вот как у меня сейчас, видите, часть я петель убрала, одна остается. Если у меня какой-то сложный контур, или мне придется потом возвращаться, я не хочу делать записи какие-то, я могу оставить эту иглу впереди. Она у меня метка, потому что я вот до этого места должна буду добрать петли, потому что вот как сейчас я путаю слова, там вместо отделочной планки водная планка и прочее, вот такая вот ерунда. То есть я могу и набрать меньшее количество петель, потом придется перевязывать. Меточку, вот я ее оставила здесь. Либо, если вы боитесь, что машинка заберет ее в работу, просто наклейте что-нибудь там. Мы все-таки это делаем временно. Если мы машинку оставляем надолго, да, мы все-таки убираем. Это убираем. Потому что дети и все. Убираем, да. И сами ходим вообще об эти иглы. Вот я себе очень сильно испортила палец иглой. То есть я не убрала иглу и продрала для кости. Теперь у меня на всю жизнь очень больной рубец. Помеченная, конечно. Меченая так, что рубец просто стянул все мясо и, в общем, жить не дает, мешает. Поэтому очень осторожно обращайтесь с иглами. Это опасная штука. И лишний раз оставлять открытые иголки торчащие вообще не надо. Метку ставите любую. Вообще, машинку, если в доме дети, то с ней нужно очень аккуратно обращаться, потому что будет все снято с иголок, либо ребенок сам будет надет. Да, и дети очень мечтают повязать, дай повязать, помочь. Да. А скинуть с игол полотно, это вообще милое дело, не специально, в качестве помощи исключительно. Так, по плану. Вот эту иглу я оставляю, потому что сейчас я до нее буду делать добор полотна.
Но по плану сначала начинаем вот эти вот среднюю часть. У меня горловину вывязываем, да? Да. Вот, вот спинку, спинку напротив горловины. Вот назовем это так. Вот эти вот те же самые 20 рядов на меньшем количестве игл. Я двигать не буду, потому что камера вообще уедет тогда. Просто на меньшем количестве игл по спинке провязываю 20 рядов. Понимаете, что я сейчас вяжу прямым полотном, на самом деле можно вязать любые узоры. Если вы хотите. Нет, можно фанги, можно фанги, все что угодно. Фанги, полоски, защипы, все что угодно. Особенно на большом изделии, на маленьком это может быть будет смотреться липовато и лишним, а вот на ребенке побольше это будет уже очень даже кстати. Самое главное, не берите мрачные цвета, потому что не надо на ребенку пускать распоротую бабушкину кофту, вот, которую она носила в деревне 5 лет назад, потому что ребенок должен быть жизнерадостным. Пускай это будет акрил, но он будет яркий. Дети должны быть яркими. Так, провязали. Счетчик каждый раз снимаю, уж больно он нежный. А ты рассказала, что будет, если в машинку не помещается вот это еще изделие? Не рассказала. Мы еще вот пока мы помещаемся. На самом деле, если очень тоненькая ниточка, или машинка имеет малое количество игл, такой тоже или ребенок 52 размера. Или ребенок 52 размера, да, тоже бывает. Как мне одна ученица написала, у меня в доме мальчик только 52 размера. Вот поэтому мне это очень понравилось. Поэтому для такого мальчика тоже такая жилетка подойдет. Но он не влезет вот в этот фасон. Да. Поэтому, девочки, вариант такой. Либо вязать вдоль, начиная по... Как-то стандартный вариант. Начинаете снизу со спинки, провязываете и дальше двумя полосами заканчиваете. Либо режете пополам и вяжете одну часть, два переда и сшиваете по плечику. Сейчас, дай я пока слово скажу. Значит, новенькие приходят, они попадают на трансляцию, которая здесь сейчас. Поэтому те, кто новенькие пришли, вы можете видео, там бегудок такой красненький, вы можете отмотать его на начало видео. И вы будете смотреть видео это с самого начала. Но имейте в виду, что как только мастер-класс заканчивается, то это видео закрывается, и вы его досмотреть не сможете. Но так как мы делаем две части одинаковые, то вы его, во-первых, можете... как бы по аналогии сделать. Во-вторых, если вы готовы вязать это изделие и будете с нами продолжать, а его вторую часть невозможно будет вязать, не имея первой, то я вам все равно вышлю этот урок, если вы обещаете, что вы его свяжете. Поэтому смотрите с самого начала. Трансляция закрывается для тех, кто смотрит как бы, и ничего не обещает, она для тех закрывается. Для тех, кто готов учиться, вы сможете это видео получить и все сможете просмотреть, еще раз повторить. Поэтому смотрите сначала. Не будем говорить, сколько петель и все остальное. Повторять не буду, да. Так. На тех иглах, которые мы сняли, вот ровно вот эти вот по меточку, делаю на начало вязания. То есть я опять открываю петли. Удобным способом, но в любом случае это вспомогательная нитка. Можно через иглу делать, очень хороший способ для крабиков, для оттяжек. Через иглу можно и на Неве 2 то же самое будет. Но почему-то, как ни странно, при том, что это самый распространенный и простой способ, он получается не у всех. Я даже не понимаю, почему вот такая простая технология получается не у каждой машинки. Поэтому, если вы не можете через иглу, набирайте каждую.
меняем местами иглы в рабочем положении. А почему на машинах не получается? Не провязывать, сбрасывать? Вот что сбрасывает, происходит? Да. Ну, такое, что-то тяжелее делать. Оттяжки надо ставить? Оттяжки надо ставить. Но мы сейчас-то не будем этим заниматься. А, понятно. Так. То есть способ побороть-то есть, но есть, просто сейчас мы этим заниматься не будем. Если сбрасывает у вас, то ищите, ну, как бы, решение, приходите почему? К нам учиться, и мы вам объясним, почему сбрасывает. Потому что сейчас вот задача все-таки связать жилетку. Так, у меня вспомогательная нитка с одной стороны, основное вязание с другой. Основное вязание ставлю в переднее положение. Не забывайте, что когда у нас часть игл стоит впереди, часть в работе, мы обязательно включаем рычаги частичного вязания на тех машинах, где они есть. Если вы забудете это сделать, у вас машинка все поставит в работу и оптом провяжет нам все петли. Это совсем ни к чему. И также не забывайте, что рабочую нить мы вынимаем из каретки и ставим в каретку, вставляем вспомогательную нитку. Если нам часто приходится менять ниточки, вот как сейчас, поменяли одну, вставили другую, потом катушку, то есть это невозможно постоянно лазить в эти усы и менять их. Держите вместо усов рукой нитку. То есть из каретки вы выводите нить, держите ее рукой вместо нити воды и провязываете несколько рядов. Это вполне себе удобно. И таким способом очень многие пользуются, потому что действительно удобнее, чем каждый раз лазить и менять это все в усах длинных. Провязываю несколько рядочков. Так, я провяжу 4 ряда для того, чтобы у меня концы нити оказались с разных сторон. Это тоже такой нюанс. Сейчас у меня все падает тут. Очень полезный для катушечных ниток. Вот у меня с одной стороны ниточка и с другой. Вот они. Я беру катушку, провязываю один ряд. Хвостики на катушке оставляйте подлиннее, не жалейте. Этот лавсанчик, просто потому что если будет коротенький хвостик, вот такой, он очень мечтает из вязания выбраться. Вот эта нитка, она настолько скользкая и тонкая, она ведет себя в вязании просто безобразно, и, скорее всего, вы ее потеряете. Поэтому хвост подлиннее, и провязываем один ряд. Второй хвост тоже подлиннее, и отрезаем. Чего у меня хвосты с разных сторон? Я их связываю. Хвост вспомогательный и хвост катушечный. И причем затягиваю нитку так, чтобы у меня петля, здесь вот первая, выровнялась с остальными. Видите, вот здесь вот они уже растягиваются. Катушечная нить просто вытягивается и становится очень длинной. Это не нужно, потому что она может повлиять на длину петли основного вязания. Нам это совсем не надо. Поэтому завязала парочку узелков, так, чтобы нитки катушки были одинакового размера. С одной стороны и с другой. Для этого большое количество рядов провязывать вспомогательные не нужно. Иначе вам будет тяжело их связать. Вот. Все в рабочее положение. Просто каретку перевяжу таким вот жестким способом. Вы можете перевести ее удобным для вас, к рабочей нити. Рабочая нить в нитеводе, я надеюсь, осталась. Вы просто ее из каретки вынимали. Вам не надо будет ее заправлять еще раз. И продолжаем вязание. Мы с вами остановились на вот этом вот месте. Вот. Мы провязали первый хвост. Мы провязали горловину, не горловину. Пускай будет горловина. И сейчас вяжем третий хвост нашей жилеточки на всех иголках. А мы можем использовать электронный счетчик? Или мы все время будем вот на механическом? А я его на даче взяла. А у меня полно здесь счетчиков. У меня полно счетчиков. Мне не без разницы. Естественно, электронный счетчик удобнее, чем вот этот турендык. Ну, давай в следующий раз. В следующий раз электронный счетчик. Заодно покажем вам, как он работает, как отматывает
Наши ученицы да. все себе приобрели и все очень довольны. Вот самое интересное, что когда мы о нем не рассказывали, мы сами очень сильно сомневались, потому что этот электронный счетчик существует давно, но мы в нем очень сильно сомневались. Когда мы его купили, сами попробовали и остались довольны, мы рассказали об этом ученикам, и все ученики тоже оказались довольны, потому что действительно облегчает работу. Особенно самое главное, что он, да, и пикает, и можно отмотать. И можно, маленький компьютерчик. Да, маленький компьютерчик. Можно заказать ему последовательность, там пикать через определенное количество. В общем, в следующий раз покажем обязательно, потому что я не понимаю, почему мы А самое главное, что он не имеет механического износа, потому что там ничего не трется. Оно просто за счет магнита проезжает. Стоит, да, мимо проезжает каретка, мимо. Потому что, вот вы видите, мы показываем все-таки на Неве 2. Эта машинка очень старая. Но самая ломкая часть у нее даже не иголки, а именно счетчик. Если он ломается, заменить чем-то вот из того, что есть. Может быть, машинки от Сильверов, от Бразеров проходят, но их же не купить. Счетчики в них встроенные. Вот. Они просто и поэтому, встроенные. И поэтому, знаешь, как эти выходят вязальщицы? Они покупают ручную этот штуку и сидят, пальцем нажимают, ощелкивают петли. Нет, ну когда вы вяжете спицами там 100 петелек, провязали, можете щелкнуть. Когда вы раз, два, три, все равно забудете. Ну вот Анатолий Мурзин пишет: прошу на следующем уроке показать, как работать с электронным счетчиком. Обязательно покажем, если я не забуду. Но если ты мне его достанешь, мы покажем. Если я его достану, я его просто специально положу. Угу. Очень удобная вещь. Потому что, как ни ужасно, даже если счетчики новые, оставшиеся, не распроданные, ты 40 лет назад снят из производства, они уже... У них период полураспада прошел, да? Да, у них пластмасса уже ломкая такая, что она хрупкая. Она за столько лет, она просто сама выходит из строя, вне зависимости от использования. Так, 20 рядов. Ну где тут руками перещелкивать? Умрешь. Все равно забудешь. Кто-то галочки ставит на бумажке. Не, ну раньше тоже, как бы, у тебя лист лежит, это опросный лист, а ты ставишь. Да, я тут видела, умельцы вяжут вообще без счетчиков и ничего. Видимо, совсем сломался. Вот даже обучающие уроки без счетчиков проходили у кого-то там. Не, ну может быть плюс-минус 5 сантиметров в изделии и нормально. Ну, может. На глазок вообще полный креатив. Но есть же шитье за щипами, когда тряпку вокруг себя обматывают. Это называется метод наколки. Метод наколки, да. Кстати, при должном навыке совершенно классная вещь, потому что вы всегда будете в разных платьях. И шить не надо. Накололи себя булавками и пошли. Связали балахон, да? Сегодня здесь подкололи, завтра там подкололи. Брошечку сюда, брошечку туда. Ну, штурочка там подпоясались. И все время в новом. Самое главное связать. А еще можно перекрашивать, еще постирать можно, повалять можно в машинке. Он тогда приобретает вообще другие формы. Вот, а Валентина Максимова говорит: а я еще пользовалась канцелярскими счетами. Вообще кайф, я такому способу особенно даже не знала. Чтобы никто не прошел мимо. А еще можно арифмометром пользоваться, ручку прокручивать, она тоже. Ну да. Ну, у электронного счетчика я вижу только один недостаток. А еще можно на калькуляторе +1, +1 ставить. 1, 1, 1, 1, 1. Он от электричества работает, и нужно 220 рядом держать. Да, это единственный недостаток. В случае, батарейки не работает, только 220, и в случае отключения света у вас счетчик выходит. Сажать рядом муж или ребенка, который будет вслух считать. Да, главное, чтобы ребенок считал хорошо. Ну, это же не таблица умножения. Это же не таблица умножения. Ну, вот эти у нас открытые петли, совершенно чудесные. Ну что, начнем следующее, продолжайте. Чё? Планки будем вязать. Так. Thank you.
основное вязание закончили. Вот, собственно, наша эта схема с вами непонятная. А парить не будем? Надо утюг показывать? Да надо бы. Прямо сейчас запарим? Ну, в принципе, мы можем, если... Времени у нас много остается, поэтому... Не, я могу свяжем... просто сейчас поставить? Не, мы сейчас свяжем планочку, а потом домашнее задание будет отправить. Угу. Вот сейчас мы свяжем... Не будем вот время эту... тратить. Время не будем тратить. Так, провязали основную часть. И теперь мы должны вот точно такую же деталь связать с другой стороны. Это, помните, тоже 20 рядов пополам, сложено пополам, поэтому основную нить мы можем отрезать, она нам больше не нужна. Берем... Синий нам понадобится только на отделку, да? То есть вот это как бы, в принципе, уже наше изделие, а все остальное будет уже другими цветами. И ну, планки, да. Планочки еще маленькие. Планочка маленькая, вот, да, еще будет. Ну, вот сейчас будет еще одна, а потом будут еще дополнительные детали, которые можно вязать либо синим, либо другим цветом, но не рыжим. Рыжий вот будет только на вот этих планочках отделочных. Так. Мы эти планочки назвали крыльями. Да, крылышки. Вы увидите, почему они крылышки. Так. Валентина Максимова говорит, калькулятором неудобно, нужно два действия делать, плюс один, да? Плюс один. А счетами только одно. Вот все перепробовала, пока счетчик не достала. То есть очень сильно стимулировала на доставание счетчика это. Да уж. Сначала достали счеты, да, потом достали счетчик. Ну, счеты, наверное, просто были в хозяйстве. Так. Ну, вот у тебя дома вот, прям вот на каждом углу счеты. У меня нет, а у людей есть. У людей такие вещи лежат. Интересные. Экзотические, да. Экзотические. Не, ну, как говорится, голь на выдумке хитра. Я раньше думала, что боль на выдумке хитра, потому как от боли человек совершает всевозможные неоправданные поступки. Но потом мне объяснили, что это как голь. А голь – это значит голый человек, который для того, чтобы удовлетворить свою какую-то потребность, совершает непотребные поступки. Поэтому вот... Не непотребные, а всякие... Ну, вот она хитра, да. Понимаешь? Мне очень нравится, еще жить захочешь, не так раскорячишься. Да-да-да. Вот из этой серии, Так, раз... Тоже, когда произносят поговорки словами, не всегда понятно, что говорят. Это как прокурор, который попал то ли в ощи, то ли в ощип. Да, да, оказалось, да. Он в ощип все-таки. Ощип, ощипали его, попал, да, а ощипку, не в щип. А мы, да, в ощи. А он не в щах был, а всего лишь ощипан. Ну, я думаю, что его ощипали тоже для щей. Для щей, но последовательность соблюдена. Сначала ощипан был. Ну, представляю, съели бы его сначала, съели, а потом это общипали. Сначала сварили, потом общипали. Бедный кот. И вот у нас есть еще один маленький вопросик, который тоже надо решить, потому что вот сейчас нас смотрит 79 человек. С каждым разом все меньше и меньше. Лето. И вообще, нужно ли это все летом проводить, потому как, может быть, все-таки, ну, его это, на озеро купаться, там, что-то полоть там или что-то. Или хотя бы пореже. Или пореже, раз в месяц делать посиделки. Представляешь, сколько мы будем вязать это? Все лето. Эти, да, все лето. Как раз все лето будем вязать. Когда я смотрю, как на Сильвере вяжут, чух-чух-чух-чух, чмок-чмок-чмок, и ряд, да? А тут с таким это усилием все это двигается, но зато фигура. Да. Так, связали. Теперь наша задача сформировать подгибчик, потому что нам вот это вот не нужно, нам нужен вот такой вот подгиб. Поэтому мы берем, поскольку цвета разные, и они прекрасно видны, вот здесь вот между всеми этими зелеными петелечками отлично видна такие полукружки, петельки рыженькие. Вот они по первому ряду. Четко видны. Четко видны. И мы вот эти вот петелечки рыженькие надеваем на иглы. Каждая петля должна попасть на свою иголку. Начинаете с края и не ошибетесь.
По-хорошему, конечно, и в мастер-группе я вот эти все вещи говорю, потому что там у нас вязание уже совсем другого уровня идет, там уже профессиональное вязание. Для того, чтобы не было рубчиков, мы делаем изменения плотности и прочие-прочие вещи. Но в данном случае, опять же, это не обучение, а креатив, показание того, как можно просто делать сложные вещи. Потому что, смотрите, у нас какой, казалось бы, из квадратиков то, что мы вязали, песочник. Насколько красиво получается. Никто не догадается, что это просто квадратики. Сарафаны. У меня мысль, не устроить ли нам соревнования по песочнику, потому что я так думаю, что не все связали, не все прислали, потому что уже пошли заказы полным ходом, там не то что на детей, во-первых, на детях прислали, а во-вторых, родственники все начали своим малышам заказывать, то есть увидев на твоем ребенке, на кукле, все начали заказывать, потому что креативный действительно получился, яркий, веселый. Очень яркий, очень, да, вот интересный. Вот смотри, пишут на вопрос. Наталья Малахов пишет, летом надо, потому что осенью и зимой уроки будут идти, а сейчас для креатива. Это одно мнение. У нас на самом деле, мы вроде посиделки не заканчиваем осенью, весной. Ну, как пойдет, на самом деле. Ольга Демина говорит, а я за раз в месяц. А Марина Сипарова, прибавьте еще тех, кто возьмет запись и посмотрит в удобное время. А вот Татьяна Иванова пишет, девочки, я из Санкт-Петербурга, ко мне сегодня гости приехали. Точнее, хотели встретиться в кафе, кофе попить, шампанское, городом полюбоваться, а я сказала, что я на обучении. Правда, не стала уточнять, на каком. И встречу перенесли на завтра. Все очень сильно уважительно относятся к обучениям. Я тоже, когда говорю, я не могу, я на обучении, тоже все очень уважительно. А вы спрашиваете, нужны ли вы нам? Нужны! И летом тоже нужны. Вот как хорошо. Ну, хорошо. Наталья Печикина, в планах вязать все лето. Очень скучно будет без ваших вебинаров, если отмените. А вдохновение и позитивное настроение где черпать? Ну, я думаю, что да, потому что прошлый вебинар у нас закончился репликой Натальи Печикиной. Все, бросаю эти чертовы рукавички, осенила тут меня идея, бегу сарафан вязать. То есть рукавички она добила через неделю по уроку, потому что рукавички она принципиально не носит, и поэтому ей их вязать не хотелось. И поэтому она их добила. Все. Молодец, да. Отработала все технологии, которые там были. Учитывая, что с мастер-группой мы как бы летом немножко отпустили всех в вольное плавание, никого не треплем и ничего не требуем, поэтому они и расслабились. Хотя бы посиделки нужны для того, чтобы хоть немножко действительно попинать, помотивировать. Потому что своим ходом, особенно когда гости приехали, когда солнце светит, а у нас, между прочим, в Петербурге объявили штормовое предупреждение. Ой, завтра оно вообще кошмар обещает. Безумие какое-то нам. И дождь, и снег, и еще и заморозок. Нам минус два, грозовые ливни и ветер 15 метров в секунду. Что завтра нас тут унесет всех? И поэтому сидим по домам и вяжем теплые свитера. Да, лето наступило, пора теплых свитеров. Но у нас, к сожалению, так. Маем. А чего? Готовить сани летом там? Нет, да, ну вот. У нас такое лето, что только сани и готовить. Если минус 2, не 15 метров в секунду, ездить там в санях, ездить. Да. Ездить. А я в воскресенье шла, град пошел. Это я град был, без зонта была. Я думаю, что это такое? А кто у нас в Питере летом без зонта выходит? Ты чё, как не здесь живешь? Так, девочки, закрывайте эти все петли. Я просто в воскресенье тоже вот училась тем, кто любит похвалить за обучение. Я тоже училась. И трижды менялась погода. У меня было ощущение, что я в Лондоне, потому что это у них там дождь, солнце. У нас в Питере обычно, если дождь, он сутками. Дождь. Вот как бы как начался, и дня, два, три, неделю, это нормально. А тут дождь, солнце. Причем солнце действительно ясное небо. То есть не просто там между тучками промелькнуло, а все, небо синее. И при этом опять ледяной ветер. Ледяной ветер, да, и град. Ну да, у нас так не скучно. Вот Татьяна говорит, завтра мастер-класс по рукавичкам и шубам. Ну вот как раз вам и нужно, да, потому что погода будет такая, что в шубе выйдете оттуда. Я даже не представляю, что это. Ну, МЧС как-то плохого не посоветует. Сказано буря, значит буря. Все. Ну вот смотри, девочки пишут, что сарафан получился замечательный, а песочник пользуется большой популярностью. Поэтому давай по песочнику тоже, вот если есть желание. Ну давайте, вот те, кто хочет участвовать в мастер-классе по песочнику, еще раз объявляем, что приз будет денежный. Те, кто пришлите мне деньгами, да? Те, кто участвует, вы будете биться за то, чтобы получить скидку на обучение в нашей мастер-группе. Причем это может быть обучение на вводном курсе, либо на том курсе, который следующий за тем, в котором вы сейчас находитесь.
находитесь. И, во-первых, это будет вам как бы помощь в том, чтобы освоить этот урок, отработать какие-то технологии, которые там есть. Во-вторых, похвастаться, потому что, вот я говорю, когда у нас выкладывают, массово начинают выкладывать свои изделия, а у нас есть специальная группа, где мы выкладываем отчеты учениц по именно по посиделкам, то масса народу начинает писать, заходит из чужих, как бы из просторов, и пишут, что вау, как здорово получилось, а мне можете такое связать. То есть там находят первых даже вот покупателей. Это очень, очень интересно, очень, очень здорово. Интересно, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, придется гостей на вязалку садить, Татьяна Иванова пишет. Вот приучайте, пусть они тоже будут у нас вязать, и будете не в кафе встречаться, а за вязальной машиной, и будете такие же посиделки, как у нас, только офлайновые проводить. Сегодня просматривала интернет и наткнулась на интересную очень запись такую. Женщина в школе обучает вязать на машинке. И обучает девочек с 1 по 4 класс. И у нее там это так бойко идет, она там то ли 3 машины, то ли столько, сколько-то у нее. И вот машинки эти, ну, полным ходом осваиваются, девчонкам страшно нравится. Но на кукол навязали, там на еще чего-то. Но потом она вдруг делает вывод, что она хотела развитие, это как бы для развития детям. А дети не развиваются. Вязание на машине не развивает. Девочки, вот вы развиваетесь... Деградация. Вы развиваетесь, когда вы на машине вяжете, или вы деградируете? Потому что вывод был сделан такой, что нету развития пальчиками. То есть мелкая моторика не развивается. Она убрала вот то, что все я машины, сейчас делаю, это вот... Она убрала все машины и посадила этих девочек вязать спицами. И вот теперь у них, значит, мелкая моторика развивается, и они сильно якобы стали прогрессировать в чем-то. В чем, не знаю. Ну, это вообще, как я понимаю, важно для детей совсем младшего возраста. У них моторика... Мелкая моторика – это маленьким детям до года, там, до не года, знаю, до им трех это лет. Очень важно, чтобы они, да... Ну, чтобы в первом классе мелкую моторику развивали. Ну, вот как бы, вот я не знаю, я просто вот опешила от такого, что это то же самое, что не, на Мерседесе ездить, у вас там это... Атрофируется что-то, да. Потому что машина атрофируется. Потому что машина слишком мягкая. Велосипед. А на телеге, если ездить, то попа будет толстая, потому что она будет защитная реакция. Нет, она будет наливаться для того, чтобы тебе позвоночник не сломать. Попа будет пружиниться, она будет такая мясистая. То есть красота будет... Мне очень нравится сейчас реклама, которая идет пиво. Чего ты так подкатываешь-то? Ты правильно подкатывай. Да, кто так подкатывает? Кто так подкатывает? Вот тренируют их там на бочонках ходить. А между прочим, раньше было, что ты там ко мне подкатываешься и клинья подбиваешь. Ну, так, я вот так... понять не могла, что это такое за подкатывание. Оказывается, это традиция народная, старинная народная традиция подкатывать на бочонках с пивом. Вот как, вот так вот смотришь рекламу и понимаешь. Вот и здесь точно так же. Вместо того, чтобы учить их на вязальных машинках, как бы в позапрошлый век это отправляют вязать на спицах. Ну, это не позапрошлый, конечно, но для вязания креатива. Удивительно. Ну, то есть, представляете, вместо того, чтобы им показать, как это быстро вяжется, их в качестве это, обучения уроком труда, их посадили всех на спицы. Девочек с 1 по 4 класс. Ну, вот. Так, в общем, ладно. Мы вот это вот связали. И теперь, поскольку у нас с вами еще полчаса осталось, Светлана сказала, что давайте не будем терять времени и свяжем еще одну деталь. Либо мы оставляем на следующий раз. Давайте, либо сейчас свяжем, либо на следующий раз. Смотрите. Девчонки пишут в чате, не могу. Ну вот я как бы про то, что они думают про вязание спицами. И вот Елена Потусевич мне пишет, конечно, развиваемся, тут и геометрия, и математика, и рисование. Ну, как бы я же спросила про вязание конкретно на машинке, а Ольга Демина пишет, я когда вяжу спицами, это очень долго, и моя муза быстро улетает. А Светлана Шаранина, зато есть развитие грудных мышц у взрослых девочек, и математика совершенствуется с геометрией. Правильно, потому что здесь вот ты рассчитываешь все, и аналитика, и все тут это... Вот Евгений Железнов говорит, одно другому не помеха. А Наталья Чеботарева, надо детям ажуры показывать. Уж здесь так, как раз та самая моторика, пересадка бикерами. А вот эти иголочки двигать, которые вот это ты выдвигаешь в определенной последовательности. Уж так иногда наработаются пальцы, что... Ну, все. Так, ну, насколько я понимаю, что мы... Так, вот что получается у нас, кстати, после того, как... Если мы начали, вот у нас немножко разные края получаются.
В принципе, когда мы вяжем такое изделие... А ты что-то спросила, вяжем ли сейчас вторую деталь? Да. А, я смотрю, тут вяжем сейчас, вяжем. Что такое? Мелкобаторику развивают или чего они тут делают? У нас немножко разная отделка. Но это все идет внутрь, будет незаметно. Но когда мы вяжем такое изделие... Сейчас у нас, ну, не назову это макет, это упрощенный вариант. Если вы такую вяжете на продажу за денежку, то, конечно, желательно все-таки отделку делать одинаковую. Так, ну раз мы вяжем, значит вяжем. Итого, не будем откладывать на завтра, отпаривать сейчас тоже не буду, сейчас вяжем вторую, вот еще одну деталь, и тогда уже ваше домашнее задание будет это все отпарить для последующего обработки. У нас вот здесь открытые петли. Мы вот так вот растягиваем нашу деталь и надеваем ее тоже на иголки. Петли, каждая петля соответствует иголке. Вот здесь у меня 5 сантиметров. Это 5 петель? Нет, это не 5 петель. Где мой калькулятор? 5 сантиметров это... Ой, на 2,5. Что? 10, это 10 петель. Что-то я торможу-то. Вот это вот, вот это количество петель, само собой, у нас нас помогает. Но серединка это 10 петель, на 10 петель вот так вот укладываем. И с другой стороны у нас тоже открытые петли, уж сколько есть, только есть. Надеваем. Есть чем заняться, так. Девчонки пишут, ты пока надеваешь, а я почитаю. Наталья Печитина, а может у этой учительницы фантазии на уроки не хватает? На может машинке быть. Раз, и все связали, а на спицах будет полгода мусолить. Может быть, вот, тоже вариант. Как бы, в особенности, если это платные уроки, да, как бы за каждый урок берут там по 500 рублей, да, и полгода там одну и ту же шапочку вяжут. Ну, очень здорово, тоже очень это здорово. Какой креатив. Иван Иванович говорит, три машинки на всех не хватает, поэтому на спицы перешли. Вполне возможно, желающих набралось много, ну как их тут в очередь ставить? Ну, Наталью учили вообще на одной машинке, показывали издалека, да, вообще да. Подходить близко не давали, поэтому можно и так, конечно. Ну, детям, конечно, надо все-таки, чтобы они вязали здесь, потому что машинки действительно не у всех дома есть, и, ну, вот как бы перешли на спицы. А Светлана Березина пишет, а мне мама спицы не давала, так я брала 2 карандаша и вязала швейными нитками, мне было всего 5 лет, вот где и моторика, и логика, и смекалка развивались. Ну, конечно, для 5-летнего ребенка, наверное, оставить вязальную машинку наедине неправильно было бы, и поэтому там и карандашами, и чем угодно вязали. Но вот я говорю, в школе открывать курсы по вязанию спицами после того, как дети повязали на машинах, ну, на мой взгляд, логика не сильно правильная. Но это, как говорится, наверное, по этим педагогам виднее, развилась у них моторика, или они все как сумасшедшие вязать, а не учиться. Может, они все решили, зачем нам школа, мы уже вязать умеем, уже да, как бы свой, да, готовы работать. Так, начинаю я с... Значит, Марина Белых пишет, 5 сантиметров при 2,5, это не 10, а 12 петель. Так я что это уже поняла, вот я... Да, вы справили, 12 петель. Вот вам и математика, и все, что... Да, и не дай бог ошибиться. Да. Светлана Шаранина, а у меня игл не хватает, чего делать? Так, ежели у вас не хватает игл, вяжите частями и будем сшивать. Сшивание оставьте на потом, потому что мы будем делать подгиб по низу, и нам все равно его сшивать придется. Поэтому надевайте частично вот сколько хватает, желательно... Ну, в принципе, можете посередине спинки сделать... Да, и сшить его. И сшить. Потому, так как у нас будет сгиб, то там все спрячется. Все спрячется. И, девочки, такой момент. Учитывая, что сшивать мы будем за петельный вот этот столбик, когда у нас идет вот такое вот сшивание, добавьте одну иголку дополнительно. То есть вы половинку навесили, плюс одна игла с одной стороны, половинку и плюс одна игла с другой. Потому что вот эта вот первая петелька вся, она уйдет внутрь. Для того, чтобы нас не перетянуло вязание. То есть, если вы вяжете, еще раз повторю, если вы вяжете из двух частей, с внутренней стороны добавляйте по одной игле с каждой, на каждой части. Тогда у вас очень хороший шов будет, ничего никуда не перекосит. Это, опять же, один из тех нюансов вязания, которые, как правило, никто не рассказывает. Ну, на уроках мы это проходим. Понимаешь, одной петлей больше, одной петлей меньше, как бы, в принципе, не очень заметно, но на сшивание это перетянет, на самом деле. То есть, как бы, если человек не разбирается, ему все равно. Если он разбирается, для него это просто бьет по глазам. Ты вспомни девчонок, которые прошли урок по швам, что они пишут, что я еду в автобусе и ужасаюсь тем швам, которые вижу на шапках. Раньше не замечала. Это раньше все шапки были красивые, да? Да, а теперь, когда я знаю, как правильно должен выглядеть шов, для меня как-то все безобразие выплыло наружу. Вопрос Ирины Карепиной. Опять петель для углубления горловины одевать?
То есть мы как бы все одеваем. Все, все петли. Я вот, если вот у вас 12, не хватает чего-то, мы надеваем и вот эту часть, и вот эту часть, и вот эту единым полотном. Вот она у меня, вот так вот, и растянута. Вот эти 5 петель, сантиметров. Обязательно. Так вот, с точки зрения того, что девочек вот почему так вот их заставляют, вот я говорю, я думала и не знаю, может быть, действительно детям понравилось так вязать, что они сказали, что зачем нам эта математика, может, машины стали требовать, родители возмутились, да, и быстренько это на педагога повлияли, что вы тут это разоряете нас. Так вот, у нас в группе ВКонтакте, у меня основная группа ВКонтакте, потому что у меня нет возможности выкладывать на сайте все работы, которые присылают ученицы. Поэтому у нас есть ВКонтакте группа, которая называется «Совместное вязание на машинке». После каждой посиделки она кардинально пополняется, потому что мы выкладываем там все отчеты наших учениц, и те, кто присоединяется, они видят, какой креатив идет. И успехи в то же время. Успехи, да. И они, во-первых, друг у друга заряжаются, заполняются вот этой идеей вязания, простого вязания. И в нашей группе я выложила опрос вчера о том, что в Швейцарии, например, был проведен опрос среди населения о том, хотят ли они получать гарантированный доход. Вот если у нас в России, мы живем в России, мы тоже живем в Петербурге, у нас существует минимальная зарплата, минимальная пенсия, да, там МРОТ и вот это все считается. Но у нас нет такого, что если ты не работаешь, что тебе государство будет какое-то пособие, на которое ты можешь прожить. То есть даже пособие на ребенка, эти смехотворные, когда там это, не знаю, сколько сейчас, было 200 рублей на ребенка, там 500 рублей на ребенка в месяц. То есть как на это пособие прожить, когда не транспорт... уточняется. Да, не уточняется. То есть повод был задуматься о том, нужен ли тебе ребенок. Так вот, в Швеции нету этого. Швеция страна все-таки очень состоятельная и очень заботящаяся о своих гражданах. Так вот, они очень хотели ввести гарантированный доход. Это то пособие, которое тебе платится вне зависимости от того, работаешь ты или не работаешь. То есть это минимальная твоя, минимальное то, что ты должен иметь, вне зависимости от того, работаешь ты или нет, потому как ты являешься жителем Швеции. И вот эта идея, она не нашла поддержки у граждан Швеции. Причем сумма была абсолютно немаленькая. Это было 2500 шведских франков. В пересчете на наши деньги, это же там что-то около 180 тысяч. И референдум проходил 5 числа. Вы себе не представляете, я когда запустила у нас в группе, то проголосовала, немного, там около 40 человек, но разделилась пополам. Половина проголосовала за гарантированно, если бы вы были в Швеции, как бы вы проголосовали, и половина проголосовала против. Но еще одна часть, то есть одинаковое количество за, одинаковое количество против. А еще такое же количество людей, которые сказали, что они вообще не понимают, что это за проблема такая, почему они голосуют за или против. Но шведы проголосовали 80% против того, чтобы был гарантированный доход, против. Я вполне возможно, что это работающие люди, которые не хотят кормить тех, кто не работает. Вот. И почему это так происходит? Потому что нету такого ведра или нету такой бочонка, в котором лежат деньги. Деньги, которые будут выплачиваться тунеядцам и тем, кто сидит, смотрит телевизор и пьет пиво, они будут должны лечь тяжелым бременем на тех, кто работает. И те, кто работает, они сказали, что те, кто зарабатывает изначально больше 2500, то им это пособие не положено. То есть, если ты меньше зарабатываешь, то тебе пособие дается. Если больше, невыгодно работать. Невыгодно работать, да. А кто будет тогда, спрашивается, работать? Кто будет работать, чтобы это пособие получать? Это первый довод. А второй аргумент был то, что если сделать так, что будут получать пособие все люди, вне зависимости, то, конечно же, пропадет стимул работать. Ну,
кто будет дворниками работать, кто еще чем. То есть они наверняка получают меньше, чем эта сумма. То есть они будут сидеть дома, смотреть телевизор, пить пиво, гулять по ночам, этим пьянки-гулянки. Это произойдет резкая деградация населения. И 80%, больше 80% швейцарцев проголосовали против этого. Вот понимаете, нам даже в голову это не придет, а у них вот такой сознательный. То есть они настолько озабочены тем, чтобы у них нация была процветающая. Это при том, что, представляете, вот семья сидит из 6 человек, каждому мужу, жене и детям положена такая сумма. Ты представляешь, какая огромная сумма получилась бы? Но и они приняли решение, что их против. Против, правда. Да. Так, вот надели все наши петли, которые мы должны были надеть, и провязываем наши же 20 рядов. Мы сейчас вяжем одинаковое количество рядов. Когда мы получим наше изделие, вы посмотрите, что выходит. Если вы будете вязать подобное, но на реального ребенка, смотрите, вполне возможно, что посерединке количество рядов может быть другим. Больше, меньше, это уже другой вопрос. Но не обязательно делать одинаково. Девочки пишут, что не Швеция, а Швейцария. Да, я оговорилась, это действительно Швейцария. Вяжу на пару рядов меньше, 18. Чуть-чуть. А не полосатый будем? Мы же с тобой вроде полосатый хотели. Я не хотела полосатый. Ты не хотела? Полосатый. Я хотела полосатый. Ну, связала уже не полосатый, будут одинаковые. Можете вязать полосатый, кстати. Я уж как-то увлеклась тут и... Мы хотели полосатый. Мы с тобой обсуждали полосатый. Ну, не полосатый. Полосатый... Заговорились. Обсуждали паразитизм в Швейцарии, да? Да, в общем, делаем то же самое, что мы, как мы закрывали вторую планочку и надеваем... В общем, если вы не связали, то свяжите полосатый, будет симпатичнее. Вы потом увидите, что будет симпатичнее. Ну, на самом деле, симпатично будет, если вязать основное полотно полосатым, то, чего я хотела. Ну, в общем, наши мнения разделились, и в итоге мы вяжем, как вяжем. Потому что... Даем вам полную возможность для вашего связи. Вы да, когда вот... увидите, как это выглядит, вот меня тут Анна Дубина спрашивает, а конкурсный ли жилет будет или не конкурсный? Конкурсный. Мы решили, что будет конкурс. Мы теперь все посиделки будем конкурсными, потому что хотим еще раз сказать, что то, что мы с вами сейчас делаем, это вот черновик мы вяжем. И если вы по этому черновику свяжете маленького ребенка, либо большому ребенку, либо еще как-то и продемонстрируете это изделие, то вы увидите, что сколько людей откликнутся на то, что такого необычного креативного изделия они не видели. Почему? Потому что в основном изделия вяжут одноцветными, прямоугольными, без каких-либо отделок. Самая большая отделка – это косы. Вот, кстати, мы следующую жилетку, которую мы готовим в платном варианте, она будет у нас именно с косами. Причем с косами не маленькими, а косами, которые на вязальной машинке вязать очень тяжело. Там достаточно большие, как это называется, фрагменты или как это называется? Переплетение. Переплетение большие. Так, девочки, я сейчас снимаю вспомогательную нитку, потому что она мне мешает закрывать все. То есть просто... Берете, выдергиваете катушку, видите, и у вас снимается вся наша сумма. И ничего не режет, как некоторые говорили. Да, в жизни мне ничего не резало, но вот так. И теперь, после того, как вы ее сняли, видите, все идеальное, все это легло, проще надевать, потому что вспомогательная нитка, она тоже надевалась на иглы, мешалась. Я ее сняла.
Анна Дубина, обязательно же мужской или девичий тоже можно? Мы сейчас вяжем с вами на мальчика, потому что в следующий раз мы будем вязать на девочку. И мы специально хотим показать, что они все-таки должны по фасону немножко отличаться. Несмотря на то, что и тот, и другой нарядные, но все-таки девочка – это рюшечки, бантики, финтифлюшечки всякие, поэтому… И цвета другие. Ну, а мужчина с таким строгим фасоном? Вы на самом деле можете связать, может быть, у вас и розовенький будет какой-то. Но вот вы увидите, что вот эти плечики, которые мы связали, это как латы, это как доспехи. Это вот ровно для того, чтобы... Мы специально этот фасон сделали для мальчика. А вы уж, как говорится, вяжите на кого хотите. Так, Наташа, вы вяжете на куклу, и задействовано столько иголочек. А как быть, если вязать на ребенка? Иголок не хватит. Вот это как раз тот вопрос, который я тебе в самом начале спрашивала. А что делать, если у них не проходит... Я же рассказывала уже. Не поняли? Так, если у вас не хватает иголок, вот так вязать, вяжите вот так. Начинаете снизу и провязываете единым полотном спинку, делите ее точно так же на три части, эту закрываете и вывязываете перед. Вот это один вариант. Второй вариант, вы вяжете вот точно так же поперек, как мы вязали, только из двух частей, из трех получается. Спинка отдельно, треть переда, отдельно еще одна треть, и сшиваете их по плечевым швам. Два варианта. То есть, причем можно в плечевые швы вставить еще какие-то. Можно сюда вставочки, погончики, можно даже двойные погончики уплотняющие. То есть все что угодно. Вот в данном месте это можно даже почему обыграть. Мы говорим, свяжите макетик, и вы увидите, как это будет выглядеть. И потом на этом макетике вы сможете либо вязать на более крупного ребенка, либо же приспособиться к тому, что ваш ребенок вот в таком размере, может быть, можно, а может быть, можно сделать, например, вот здесь вот что-то покороче. То есть не обязательно по плечам. Не обязательно. Можно сделать и так, чтобы вот здесь вот какие-то части сделать. В любом месте. Можно по спинке вот здесь вот связать, а там поперек провязать. Как угодно. Вот моделируйте, это креатив ваш. И когда я вяжу макетики, вот такие вот, вот это вот не макет, это считаем, что изделие на куклу. Когда я вязала макетик этой жилетки, вот так усенький, без расчета, без всего, просто вот на глаз посмотреть, как будет отделка смотреться. Я обычно в одном изделии намешиваю сразу несколько вариантов. То есть у меня на одном изделии получилась половина на девочку, половина на мальчика. То есть разные варианты отделки по-разному смотрятся. И вот эти макеты, они тем хороши, что на одном макете можно отработать разные варианты. Вы сразу будете видеть, что лучше и как лучше вязать. А уже потом берете и в изделии вяжете. Да, вот я еще хотела сказать, что я в самом начале стала говорить о том, что возник такой вопрос, а кто же является родоначальником изделий? И так как мы с Натальей достаточно креативные люди, и мы будем это продолжать, и вообще у меня в детстве была нереализованная мечта, я хотела быть модельером. Это вот как бы мало кто знает, потому как все меня знают как физика, как рекламиста, как кого угодно, кроме как дизайнера. И только вот здесь вот отрываясь на вязание, я могу вот применять тот креатив, который у меня был многие годы зажат. И поэтому вполне возможно, что когда-нибудь мы с Натальей тоже будем создавать линейку одежды или еще что-то такое. Потому что эта мысль, вот она не реализована, это как мечта детства, которую нужно обязательно воплотить. И поэтому, если вы вяжете по нашим урокам, если они вам очень нравятся, ну, не в плане уроков, а в плане того, что изделия, которые вы вяжете, они вам нравятся, пожалуйста, делайте в описании, что связано по моделям Натальи Некрасовой. То есть я как бы на авторство претендовать не буду, потому как я тут только это руками вожу и карандашом, и за кадром это беседую, но так как Наталья Некрасова все это воплощает в жизнь, мои вот эти бредни, то хотелось бы, конечно, чтобы все-таки автора знали. Потому что, ну, карма, она нарабатывается медленно. И для того, чтобы мы решились на создание какой-то совершенно креативной коллекции, у нас должна быть потребность от тех, кто вместе с нами, ну, как бы учится, кто наши изделия, чтобы они были востребованы. Если мы будем просто так вязать, и это никому не нужно, то, конечно же, мы это все делать не будем. Если же люди будут приходить и спрашивать, а можно ли по вашему уроку там что-то связать, то это будет стимулировать нас на то, чтобы придумать какие-то другие идеи, которых вы нигде никогда не встретите. Потому что
те, кто не имеют креатива так, в зачаточном состоянии, они не понимают, что это такое полет фантазии. Здесь, когда вы сами себе нарисовали, когда вы все это связали, и когда ваши близкие или даже не близкие люди увидели это и упали в обморок от вашего креатива, это невероятно стимулирует на то, чтобы развиваться, на то, чтобы учиться, на то, чтобы хвастаться вот этими достижениями, потому что, как говорится, никогда не знаешь, как повернется жизнь. Вот я, будучи математиком и имея возможность, ну, как бы участвую во всех олимпиадах и все, то есть у меня по математике была пятерка, как бы меньше пятерки никогда не было, то есть фанат математический был. Оказалось, что я абсолютно не умею передать математику ребенку. И у меня для этого специально приглашала репетитора, потому что я ребенку не могла передать. Поэтому те, кто умеет вязать, неоднозначно могут вас научить этому. Но если у нас это получается, если нам это интересно, чтобы это было нам интересно действительно делать, должен быть какая-то обратная связь, что действительно это востребовано. Если вы выкладываете уроки, а я очень часто встречаю отчеты наших учениц, которые как бы в разных группах выкладываются, и никто не указывает, что это связано по дизайну Натальи Некрасовой. Знаете, честно говоря, даже обидно, потому что мы думали, что как бы наши ученики более благодарны с той точки зрения, что они понимают, что это они получили благодаря тому, что вот мы затратили время для того, чтобы этот урок придумать, потому что урок этот рождается, он не один день. Я говорю, что я исписываю десятки листов для того, чтобы отработать вот эту технологию, чтобы она была легкой, удобной в повторяемости. Ну, Светлана проводит несколько десятков листов, я извожу кучу шерсти, мы ходим мешками, покупаем этот акрил, потому что каждая деталь должна быть отработана многократно, то есть на пробниках. И вот Светлана может предоставить на каждое наше изделие десяток листов, а я мешок вот этих отвязок. Вот, и поэтому нам будет очень приятно, если вы будете указывать, что изделия связаны по мотивам или по уроку Натальи Некрасовой. Ну, вот правда, если наши изделия никому не нужны, просто ну, не захочется этим заниматься. Вы же сами понимаете, что когда вас хвалят и говорят, что вау, машинка тебе вот как бы действительно тут подспорье, какая ты молодец, какая ты креативная, да какая ты усидчивая, это вдохновляет. Татьяна Иванова, я думаю, что ученики у вас благодарны, только никому в голову не приходило. Да, вы напомнили, уверена, что теперь будут это делать. Вот я думаю, что мы будем это теперь постоянно говорить, потому что на самом деле это подчеркивает и вас, ну как бы то, что вы все-таки учитесь, что вы не просто так что-то там набредили, а что вы учитесь у человека, который заинтересован в том, чтобы вас научить. И я думаю, что чем больше к нам будут приходить и востребованы будут наши вот эти занятия, тем больше у нас будет стимула для того, чтобы придумывать чего-то новое. Потому что я тоже жила постоянно в ограничении того, что не надо такое, вот ты слишком яркое что-то хочешь, вот не надо нам красное, нам потемнее, более не маркое, не нужно вот так вот сильно выпендриваться. Это было жуткое ограничение по жизни, поэтому мне просто это никогда не давали. Вот. Если у меня есть такая возможность, я вас всех захлестну этими идеями, но мне бы хотелось, конечно, чтобы все-таки это было... Это присваивает кто-то и... Да, да, и потом нам рассказывают, что вы по чему-то уроку там что-то сделали. Украли, вот, да. Вы украли у кого-то. В этом деле, к сожалению, кто первый выложил, тот и прав. Получается. Нет, так мы первые выкладываем, просто остальные потом и спицами перевязывают, и на машинке показывают, но мы же не можем писать, а мы первые это придумали, а все, кто после нас будет, когда эта разница в течение недели, то первенство очень тяжело доказать. Вот Наталья Малахова говорит, нет, как не нужны? Нужны, конечно. Спасибо. Да, мы тоже любим, когда нас хвалят. Да, просто кажется, что вы взрослый, вам не надо. Вас не надо. Вы учительница, вас не надо хвалить. Ой, хвалить надо всех. И гладить надо всех. Только как у детей и у животных это более явно выражено. А взрослые, они более терпеливы к этому, но тоже млеют и тают. Стоит погладить, там слово доброе сказать человек просто вот как кот мурчать начинает от счастья. Так, на всякий случай говорю, закрываем точно так же, как мы вот эту вот крайнюю планочку делали. То же самое мы делаем и внутри.
И на этом на сегодня мы закончим. Это будет ваше домашнее задание. Привести вот эту часть в себя, то есть слегка отпарить. Расскажи, как отпарить. Отпариваем слегка, только чтобы не загибались петли. Ни в коем случае, никогда не ставьте утюг на вязание. Это катастрофа, потому что раньше у нас была чистая шерсть. Кто-то вспоминает, что вот раньше мы парили через тряпку. И учили, и все было хорошо. Раньше была чистая шерсть, неуправляемая совершенно. Упругая, жесткая, ее вот по-другому было не привести в себя. Современная пряжа, купленная в магазине, имеет в большинстве своем составе синтетику, которая при соприкосновении с горячим утюгом безвозвратно деформируется. И вы это изделие, вместо того, чтобы придать ему гладенькость и шелковистость, просто потеряете. Оно превращается в невосстановимое, просто блин какой-то, вот такой вот, ну, даже не блин это, а вот приплюснутость. Восстановить это уже нельзя, потому что синтетика расплавилась и приобрела совершенно другие свойства. Даже если распустить, все равно она будет уже мертвая. Она уже не будет мертвая нитка, да, невосстановимая. Поэтому парить через тряпку, ставить утюг, вот вообще нельзя. Идеально это отпариватель. Но штука дорогая, есть далеко-далеко не у всех, поэтому даже если самый простейший утюг, но он умеет парить, то есть пар давать, пускать. Берите максимальную температуру для шерсти, ну, двоечка или шерсть, вот такой вот. И максимальный пар ставьте, просто не ставя утюг. А как проверить? Если между утюгом и нашей шерстью можно вот так вот провести листик бумаги, то нормально. И обрабатывайте паром. Все. А на две, Иван Иванович спрашивает, а на игле две петли? Вот сейчас у тебя на игле две петли? Вот там у меня на игле. Одна петля и один? Одна петля и один подгиб. Вон он. Так, ну я так понимаю, Иван Иванович не сначала пришел? Сначала. Ну а вот эту часть как мы делали? Ну, смотрят, конспектируют. Девочки, абсолютно повторяем, как мы делали закрытие. Вот когда мы довязали с вами от начала до конца, связали вот эту планочку, мы же ее подогнули внутрь и закрыли. Вот то же самое делаем сейчас. Мария Ковалева спрашивает, а повторите, пожалуйста, сколько рядов у последней планки? Вот, которую я сейчас закрываю, да. 18. Я ее на 2 ряда меньше сделала, но опять же, вы вяжите, можете столько же, можете на 2 ряда меньше. Посмотрите по виду. И уже вот определите. Сейчас мы вяжем макетик. Если вы вяжете макетик на куклу, неважно сколько, ну, возьмите не больше 18. Да. А дальше вы просто посмотрите, как оно лежит и для чего для вообще чего это нужно. И может быть больше, может быть меньше. Здесь как это на вкус и цвет, что называется. Посмотрите, понравится так, не понравится. Может быть, вы вообще тонюсенькую планочку сделаете, а может быть огромную. Это все именно будет зависеть от того, какого размера изделия и что вы хотите получить в итоге. Вид будет абсолютно разный. Именно поэтому мы решили конкурс проводить не строго по уроку, а именно по мотивам. Мотивы в данном случае подразумевают любой узор, любой размер этих крыльев. Но вот общий силуэт, общая конфигурация изделия должна сохраниться. Иначе, ну как отправлять на конкурс изделия, которые совершенно разные. Можно на куклёна показать это, а? На куклёна, да? На куклёна показывать пока не буду. Почему? Потому что там, ну как ты покажешь, если все ему мало. Это же... Ему уже мало? Мы конечно, уже мало. Изначально мало? Ну естественно, у нас же нет дополнения. Нет, просто как бы... Ну давай просто покажем, для чего это делалось. Ну, сейчас. Тут я хотела просто разложить без куклы показать. Ну, давай на кукле покажем. Ой, какая ты. Пусть хотя бы поймут, чего, куда. Тогда я машинку уберу хотя бы. Невозможно с ней. И сейчас, так, счетчик не от этой машины. Что у нас получается. Так, это передняя часть.
это спинка. Так, все нитки. Видите, все вспомогательные мы сняли. Это то, что мы хотели сделать в следующий раз. Я даже не вижу, почему там показываю. Так, надо камеру поставить по-другому. Может, повыше поднять? Не, нормально, вот так вот. Так, вот. Получается спинка. Вот такая вот. И перед. Ну, учитывая, что все это не распарено и лежит как хочет, вот, вот такой вот перед. Заканчивать будем в следующий раз. И сделаем, естественно, так, что наша эта жилетка нашему ребенку будет как раз, а не мала. Вот, если вы, мы просто просим вас не додумывать, не заканчивать заранее, потому что были уже такие случаи, когда кажется, что все понятно, все понятно, но на самом деле есть еще небольшое, ну, как бы, дополнение, поэтому давайте не будем спешить. С другой стороны, если вам уже все понятно, то можете уже одевать и идти дальше. Наталья, а какие нитки вы покупаете на образцы? Акрил, детский акрил, пехорка. Так, и второй вопрос. Где-то у меня тут даже была... И второй вопрос. А надевали мы лицевой стороной к себе? Вопрос. А там по-другому не одеть, да? Нет, все изнанкой внутрь. А, подождите, что именно? Если ну, вот изнанкой к себе, если вы про внутреннюю часть, изнанкой к себе... Ее по-другому не надеть. По-другому, да. Же... Связали, и вовнутрь у нас ушел вот этот шов. Вот, получается, по лицу сплошные лицевые петли. Лицо, лицо, лицо. Изнанкой к себе... Акрил, пехорка, где-то у меня тут лежал. Ну, ты снимала с нее поляшку и... Да, Машенька прикрыла. Вот, детская новинка, пехорка, детская серия, 100% акрыл, гипоаллергенный. Чем мне нравится? Вяжется любой машинкой. Ну, некоторые сильверы не берут, а некоторые берут. Надо пробовать. Учитывая, что пряжа стоит 58 рублей моток, в мотке 200 метров... 50 грамм. То есть 400 метров 100 грамм. Это, в принципе, для силлера посильно. Но это называется высокообъемный акрил, поэтому он такой толстенький и очень такой для обучения приятный. Можно детям маленьким вязать, потому что он яркий, не красится, его можно съесть. Он не раздражает кожу и, в общем-то, не чесучий. Вот абсолютно гипоаллергенная детская пряжа. Но и голая синтетика, опять же. Хотите голую синтетику, вот для зимы не сойдет. Ну ладно. Ну дальше отпариваем и все. Дальше нужен еще один цвет, да? Либо можно воспользоваться синим. Да. Можно. Либо еще один цвет. Хотим еще одним цветом, чтобы у нас получилось яркое. Мы возьмем еще третий цвет, смотрите. Очень ярко получается. Чем ярче, тем лучше. Дети должны быть нарядные, красивые. Вот так вот это все делается. Ну, вот. Все. Ну все. На меня камеру. Ну, девочки, могу только сказать, что мы рады, что вы были с нами. И надеемся, что время потраченное, оно не пройдет даром. Потому что, говорю, что время потрачено с удовольствием, не считается потраченным напрасно. Ну, а также... Есть такое утверждение, что самое тяжелое в этом мире – это синий кит. Но мы его поднимать с вами и не будем. С вами были Светлана Амельян. За кадром Наталья Некрасова. И мы прощаемся с вами до следующих посиделок. Они будут у нас во вторник. До свидания.